боюсь представить, куда до этого мы стримили. Неважно. Интересно, от кого пишем. Хотя бы от правильного аккаунта. Mm-hmm. Даже есть такой аккаунт. Че, где стрим? Стримит? Нет. Какой стрим? Кто-то говорил, что стрим есть. А, вот. Да, кто-то говорил, что стрим есть. О, стримчанский. Здорово, Джиба. Джиба, нас слышно? Еще бы нас было не слышно. Опа! Так, ну все, свои дома она, казалось бы, спасла от уничтожения, но что-то пошло не так. Опять что-то. Джиба говорит, что нас слышно. Все, значит, можно их. Да. Нести. Нести, да. В масс. Здорово. Вот так. Сейчас его наказали за щелбан. Вот один раз пощелбанил, отдал бурст. Опа. Тут у нас как бы на стриме, если вы не заметили, ФРЦ Арсен. Даже не ФРЦ уже, а ЕРЦ Арсен. Да, и... уже эта эпоха ФРЦ прошла. Да. УРЦ Джокер. Да, Джокер, я понимаю, почему он ушел из ГГ. Потому что... ФРЦ, короче, да. Да, это было Йоми такое, чисто потемовское. Он предвидел отсутствие ФРЦ. Четверь это, короче, читак какой-то. Он даст заблочил только что. Сегодня он заблочит даст, а завтра родину продаст. Да ему бы хотел Потемкина продать. Жопу Потемкина продать. Я чисто не очень понимаю, зачем на самом деле... Веритас врывается в Потемкина. Ему норм. Ну, видимо, да. Потемкину, в принципе, тоже норм. Идеально. Мне кажется, там, ставь дома себе, да катайся по карте. Ну как, вот Бриджит Зарю, знаешь, там летает полраунда в воздухе где-то. Ну, вот примерно идеальный геймплан, я считаю. Да, ну вот, вот сейчас Джихо подбежал, сделал зачем-то вот командник. Джихо могла бы, короче, делать. И чуть не сдох. А теперь сдох. Ну еще нет. Ну. 10 секунд. О-о-о-о! Арсен Спешл, короче, ага, называется. Воу, воу, все, воу, до свидания. Да. Это было так сильно. Вот, как бы. Слишком много мегафистов вместо ПБ. Так, ну вот, Веритас немного правильно начал. А. Не-не-не, все правильно, он под домами. Ну он под домами, но он опять зачем-то ворвался. Как бы вот такие врывы, они чреваты. Все-все-все, смотри, короче, дома. Не, ну вот этот бурст был ошибкой. Потому что дома стоят вот там, надо позволить им спокойно левелапаться. Пускай себе левелапаются, ну, да. Да. Пусть пускай... покемоны нарастут, эволюционируют. Да, все, нет, тут уже все, что пошло не так, сейчас домов уже не будет. Сейчас уже ничего не будет. Нет, смотри, убежал. Жизнь закончится. Ну ставь дома. Тлен. Все, отлично. Да, делай щит. Найс. Веритас, как всегда, бейтит все, что можно бейтить. Сейчас решил дома свои взрывать зачем-то. Он, видимо, хотел взорвать миньонов. Но что-то не законфермил, что-то, да. Да, пошло не так. На игре не, миньонов-то на карте не было. Ну, в общем, это была хорошая попытка, но... Но Арсен слишком камелот. Вон там все уже знают, что Джокер, короче, некоторое время назад стримил релот. Ну да. 2-0? Да. 2-0, да. Ну что ж ты так, вроде в прошлый раз ты боролся с ним. Боролся с ним. Он, знаешь, как-то странно врывается в Потемкина. То есть я не понимаю, зачем. Я дропаю три вещи. Просто человек тоже играет раз в месяц. Как обычно, как все тут. Да. Ну просто смотри, ты вот выставил дома, да? За Джеко, да. Я даже не знаю, как это чара зовут. Ты вот выставил дома, и казалось бы, просто не спешит. Человек уже врывается. Следующий сыграешь. Окей. Готовься. Готовься, да. Тяжелый ответственный матч. Вот у меня с правой там. Да, будет. Нет, будет играть с последней мили на земле. Да.
сами будете счет обновлять? Ну, я все, сам обновляю. У нас какой-то чувак на стриме в маске и еще один чувак, который просто врывается. Да, просто врывается. Влетает, я бы даже сказал. Поэтому бой должен быть жарким. Ты что, Арсен засетапил что-то? Пришел. Сказал, же есть. Же есть. Так, у нас, по-моему, двое против одного будет. Же есть. Но это нечестно. То есть, Сенгу надо банить. Я считаю. А, нет, там все честно, там будет дельфинарий против двоих. Что происходит? А, нет, не будет дельфинарий, слэйер. Патрончек, что ли? Или нет? Да нет, там, походу, типа, японская игра или японская консоль. Но это... Да, не мог найти, куда нажимать. Просто чувак просек, что на самом деле слэйер... Да. Это два, а может нет, сейчас слэйер типа тащит против Зато. Ну, на самом деле это неправда, но... Думаго может, если попал в контр, то там можно. Да, если... Когда слэйер попадает в контр, он против всего каста тащит. Если это не контр ХСом без метра, конечно. Да, только... Не, ну там можно... Проблема в том, что по Зато бой попасть слэйеру довольно сложно. Так вон, видишь, делаешь кроссвай с одним этот... Правым зверя, короче, левым по слэйеру, левым по Зато, все нормально. Ладно. Какие-то автобарсбейты там. Да. Лёлик коронный, Болик похоронный. Раз уж тут Зато играет, можно, кстати, вспомнить этот недавнешний... Хотя бы слэшмап побоем. Недавний рево. Опа. Арк рево, где Агава просто... ХСом. Ну ща я тебе игру так вообще сделаю, что слышно было. Я просто божественно Агава отыграл. В финале, по крайней мере. Да, это было корево. Причем он и Тома укатал, он сам. Да, он там в этот самый под конец посмотрел, а лохи какие-то, у меня в тиме, сука. Да. Не умеют играть вообще, взял всех отпорол. Просто чисто, вот... причем до этого такая подготовка еще была, он сколько, минут 5 сидел там, короче, с бутылочкой туда-сюда, там, поплакал, короче, этот платочек достал, такой... Я уже думал, что Агава уже как бы все, то есть, а он еще может удивить. Да, такой. Там он удивил реально, то есть показал тот уровень, который он раньше в WhatsApp показал. Было супер. А Пакодек вообще как ребенок там 3 дня выглядит. Кто? Так, Слэйер. Мы тут как раз идем. Не, ну так это понятное дело. Так он человек такой. Ну типа так человек банка. Так он вроде как, да. Вроде как хороший слэйер, но он слишком мешерный. Вот против топовых игроков это прям ощущается. То есть его там и Мачебу прям в нули катал. И вот Агава сейчас показал, что он немножечко неправильно. Вот тут надо ТП делать. То есть я вот, например, смотрел N слэйера и там. Человек контрпок. Сделать игру тише. Теперь нас не слышно. Да, теперь нас не слышно, то, короче, приело игру не слышно, то джиба нас не слышно. Изи! Все, короче, приело мы не слушаем. Приело не шарит. Там... Можешь пойти, это не поможет. Да. В Зинсенге, как всегда, прессинг через Shadow Gallery. То есть, миксапов нет, но... Ну вот... Есть инбули, что будет. Бёрдбейт, хорошо. Я не заметил там, на самом деле, может это и правда был бёрстбейт. А может он бейтил свой бурст просто? Такое ну, тоже там, случается, да. Ну там, да, сложно сказать, что произошло. Почему слэйер? Все равно с мэм не получится. Если уж умереть, то со стилем. Да, стайлиш. На стиле чисто умер. Тогда надо было стайлиш мод выбирать и стильно умереть. Да, вот это. А дело... кстати, сегодня. Дело такое. Сегодня, так, когда дайте я... мне стик кто-нибудь. Когда я выезжал на турнир. Я Сергей играю. По-моему, Зера Сергу играет. Не знаю, по сетке, короче, моя сиди, пара. Сиди, ты еще. Я не знаю, о чем. У тебя уже автолуз.
сегодня никто не смотрел этот стрим был, арки проводят по ГГ. Командный турнир с одинаковыми чарами. Я вот когда выезжал... Типа 3 на 3, 3 слейера против 3 команды. Там не 3 на 3, там без разницы сколько в команде. Там, да, например, есть все... команда из 7 человек, есть команда там из 2. Там. Но все должны быть одинаковые чары? Да, да, да. Сегодня вот я выезжал, там был турнир. Вот. Довольно забавно там. Там просто, почему я вспомнил, что забавно, там был Потёмкин со Стайлиш Моди. Найс. То есть там набрали вообще всех подряд. Там, без разницы какой уровень. Там третий дан. Там была Мэй, у которой одна победа была. Там он ниже 25-го дана, говорят. Но опять же... Да, но опять же... Но зато Потёмкин на Стайлиш Моди. Опять же там Агава был, там Фаб был. То есть я вот не досмотрел там... Это Фаб был на Стайлиш Моди? Да, Фаб на Стайлиш Моди. Ну, кстати, когда я уходил, команда Фаба еще выигрывала. То есть... У нас, нас ожидает очень интересный матч. Но он бы мог быть интересным. До нерфа Милии. Да. А сейчас это такой матчап, когда Милия там бегает и... Да, бегает, бегает. Слэйр должен умереть, как это смерть от тысячи порезов. Как-то так это происходит. Ну и посмотрим, удастся ли Эмилии нанести эти тысячи порезов. Да, а почему Эмилия второй была? У нас уже... У нас баттон-чеков не бывает, как бы у нас сразу врываются. Мы серьезные ребята. Вот, кстати. Вот так вот врываются, оп. Ну сразу. Там мать, миксапа не будет, естественно. Сейчас заколку надо подбирать, не до миксапа. Хороший брасбейт. И уже Эмилия, в общем-то, доживает свои... Да, дожила. Ну да, заколка там в том числе осталась где-то там. Да, да. То есть заколка ее покинула, и Эмилия уже все. Отдалась. Респект таким пацанам, которые даже без чаров играют в эту игру. Не теряют надежду. Да. Мне кажется, было бы интересно... Ой, ну это смерть. Мне кажется, было бы интересно, если бы Милли дали вторую заколку, посмотреть, как бы у нее игра после этого пошла. Да, может быть. То есть, довольно забавно было бы, мне кажется. Она бы не стала суперсильной, и какое-то бы разнообразие внесло в игру. Вторую заколку, в смысле, чтобы два заряда было или что? Ну, как-то так, да. То есть оставить все как есть, просто дать вторую заколку. У него же слэшевская и хаесовская заколка. А, ну сейчас. То есть, чтобы они отдельно, короче, да, да, то есть разные были. Посмотреть, что было бы. Ну, кстати, вот что-то она там даже миксапит на вейке. А, нет, показалось. А, ну вот смотри, не, смотри. Миксап через два ролла. Хопа, есть. Ну этот... Фу. Я уже перепутал термины. Овердрайв. Ну этот за спину залет уже все, по-моему, знают. То есть, когда ты просто вверх выпрыгиваешь, и то чаще от... съедают. Ну, Зера точно знает такие вещи, он не будет жрать. В лучшем случае он не сожрет, в худшем он просто выпрыгнет и бросит тебя самого. Бросит тебя. Милия спейсит. Вроде даже получается, вот. Сейчас будет микс... Не будет миксапа, ладно. Там можно было, кстати, положить. Теперь Милия кладет. Сейчас будет... Почему-то я говорю, сейчас будет миксап, и миксапов не происходит. Я не знаю, почему-то он боится миксапить слэйера. Хотя у него есть лодочка, которая сейфовая абсолютно. Ну вот я про это и говорил, да. Вот эти РДши, да, такое. Это плохая опция против... Ну то есть надо хоть что-то там миксапить, потому что если все время так за спину залетать... Это не миксап. Ну уже да, не миксап, то есть Зеро к этому готов в первую очередь. По-моему, в УТГ там попал. Ну, где-то там, короче, рукой махнул, что-то задел. Нормально. Просто интересно там, сколько снесло это. Отлично, ворвался сейчас. Ну так, как бы заколка. Смотри, встал Just Guard. А, нет. Сейчас положил, оп. И ну, опять нет миксапа. Опять, ну РДш. По-моему, это не РДш был, по-моему, это запор это Луна была. Потому что он... Вылетел по диагонали вверх. Турбо вылет. Да. По-моему, уже
Что-то да. Что-то даже бурсик. По-моему, сейчас отлетит. Да, отлетел. Ну, типа до хозяра, короче. Как обычно. Ну, то есть хитрый дэнди. Странный. Была игра, были нокдауны, но не было миксапов. Не знаю почему. Надо, да. Надо все-таки навязывать свою игру. У нас сейчас будут разбрасываться на экране мусором. А почему вы очень странно? А почему вы так странно парой играете? Потому что людей не было. Здорово. Вот чё, меня с Этериал Фоксом не было? Ну, потому что ты по комьюнити пока... Тебя не было. Да, меня не было. Тебя и сейчас нет. Сейчас тогда пойдем по сетке. Давайте уже быстрее, там, трейтер равен, чтобы Рави автобус вписать. Да. Ну, по-быстренько. Да. Рава и так любит из лузеров играть, поэтому дадим ему такую возможность. Да, типа, почему бы нет? А, ну, Равина нема, да, пока что. Но он обещал быть. Как всегда. Как всегда. Там, как всегда, там блядь. Даже, если вы заметили, особо любопытные, там Клер еще есть в сетке. Да. Тот самый призрачный Клер. Да. Кнеп. Клер Шредингера. Он всегда есть на турнирах, но его всегда нет. Вот тут уже у Пьела фанбои подъехали. Пьела за тебя топят. А Пьела, к сожалению, не слышит. Да. Не, ему будет приятно после игры, наверное. Значит, из-за него топил весь чатик. Опа. Нет, Джиба Клера до сих пор нет. Он тоже как бы есть в сетке, но его нет. Татами. Кир татами, я де татами, нагл татами, руки татами. Да, блокстринг-то закончился. Ганстер татами рэп. Да. Соки татами, Свейка татами. А чей рэп лучше, короче, у Арсена Ганстер, или у Гангстера? Чуть-чуть поближе и рэп свой зачитай. Да, вот это, татами, Кира татами, да. Татами, Кире татами, Яде. И блокстринг закончился, ну татами, татами, да. Йо Заунсен. Татами спам. Бля, так противно, когда ты кататами, бля, блочит, это пиздец, бля. Так это не... Противно, когда... Так это тами? Каппу в чат, если вас тоже бесит, когда противник нажимает блок на ваши опции. А почему соперник должен вообще не блочить так это тами, если это нейтрально? Не так это тами уже ничего. Я говорю... Не-не-не, пьела плохой бурс. А, понятно. Да, блядь. Такая изанса. Я как-то раз заблочил. Ты меня ненавидишь, наверное, теперь. Да. Да. Потому что без канцела, понимаешь? Нет, ну есть... Оооо! Фига это там, короче, спейсинг какой-то супер. Спейсинг от бога. Да, 5-го уровня, по-моему, уже. Ты там Казуки пересмотрел, что ли, на досуге? Да он все смотрит, неприятно. Давай самого вкусного. Ой, молодец! Да, вот красава! Сейчас тебе... Пойдем? Ой, хорош! Ну просто отъелся. Да, покушал нормально. Да, от души. Хороший раунд. У нас в России 6 кс и слишком тяжело, он блочится. Хорош пригнулся. Да, кстати, пригнулся прям как топ. Рыба! Ты смотри, да, тут с серьезными заявками такими Фейт-то пришел. Он как бы побеждать собирается вообще-то. Это странный, да, выпрыг вверх был, явно запор какого-то ТК чего-то там. Рыба спасла. Да, отсентерил рыбу. Окей. Метеоры! Зачем вот сам себе запорол сетап с метеорами? КЗ. Да, сложно сказать. Слишком много дверей, я считаю. Ой. Оп!
Давай фиолетового, ну второй раз туш. Нормально. Тоже неплохо. Да. Наверное, да. Там такое лицо у Индины, конечно. Там просто у него после первого раза уже немножко раздолбленное было. Поэтому... Не хочет получше, да? Да, несложно было добить. Между тем у нас 1-1. Бой оказался более потный, чем мы думали. Ну да, он такой непризнанный топ-тир. Да-да, тот самый непризнанный топ-тир. Насчет Слэйра сложно сказать. Да, который игру уже лоу-тиром стать не может. Он пробует, короче, но что-то не получается. О, хорош! Это было непонятно, что вообще. Нет, даже я думал, может бейтил барс, да, или еще что-то. Ничего такого не было. Может, свой барс бейтил, это у нас. У нас в России свои барсы всегда бейтил тоже. Вдруг он вылетит посреди комбы. Что-то Пьело, по-моему, поплыл, да. О, там конфермы. Не дрить, все, правда, русский наги. Сам не ожидал. Вот сейчас был чисто мэш, по-моему, но ему повезло. Сетапы 6 хс работают. То есть, если бы не барс, Пьело бы отлетел уже, наверное. Да, ну ты видишь, через барс. Так, кажется, Пьело решил собраться. По-моему, он еще будет биться. И дрить тут камбули. Главное сопротивление. Что? Йоми 50 уровня, то есть он ждал, что его будут панишить за дверью сразу же с овердрайвом. Это, короче, красап лоу чисто, через дверь РЦ. Вдумчивый лол такой. Подумал и лоу. Так, у нас решающий раунд. Отлично, метеориты за стапе. Воу, это пол жизни. Бум. Ну, почти, да. На фейерверк. Фауст рвается, отлично прогнулся. Нифига, вот это наги, короче, подъехал что-то. О! Устал. Это была бы смерть, если бы он не встал. Но у Фауста просто проблема, что у него еще 75 теншена. Какие-то сетапы на дверь, на псевдо-дверь. Но он, видимо, рано нажал. Найс. Так, вот сейчас он засетапил дверь как надо. Хорошо, да. Безумные сетапы. И, кажется, это... Нет, смотри, бурс-то есть! Тихо. Вот так не надо, тихо, да, против джем делать. Ой-ой-ой. Фу, нет, ой, против ой. Дизи. Ой. У нас там ой, красавчик ой. Был. Ой. Ох, хорошо прогнулся. Эх, сейчас бы нокдаун был. И 6 кс. Оп-оп-оп. Нет, кичок. Неожиданно, очень неожиданно. Да. А Фейт, оказывается, тренится. А Фейт, да. Фейт яйца в кулак, короче, yeah. Давай ебашить. А вы не материтесь, вам нельзя. А вот, а Пьело почему-то у нас любит 6 кс. Чужие. Ну, давайте, Шаталыч-то с тобой. Да хозяра Фейт. Шаталыч. Вася решил пойти по стопам Рау. Забирай, на ком играть? Шаталкер, забирай Клаву, мы тебе разрешаем на ней играть. Но он может у Арсена хитбокс от ней. Mm-hmm. Который почти как Клава. Ну да. Так со стороны расклад. Такая мыша продвинутая. Значит, будет Дизи. А ты умеешь тут менять эти? На стриме. Все там. Имена там, все дела. Да. Сейчас, Павел. Сами разберусь. Мы уже большие мальчики. Кто у нас там? Кнопочки умеем нажимать. Да, конечно, тех самых он шарах. А, потому что вот так вот шаталкер. То есть он не просто шаталкер, а РГЦ шаталкер. Да. О, я даже засетапил, даже правильно засетапил. От нас почему-то... Шатал второй плеер, да? Да. Отлично. Фокс решил от нас наушниками скрыться, потому что боится.
что мы будем херами крыть его игру. Интересно, будет он за Лео или за Равина? Я боюсь предположить. Даже. Мне интересно будет, за кого Шаталкер тоже там. Ну, я думаю, это будет не Акси. Это будет не Акси. Ну, если бы... Ну да. Просто если был бы Равин, то, наверное, Аксель бы неплохо бы зашел. Мне кажется. Там что-то происходит уже. Да, то есть молча начали. Дизи. Джиба, ну зачем тебе игра? Мне там гораздо приятнее на их эмоции смотреть. Ты там чего? А, даже нет. Да, у Лисы еще и волосы красивые, это все на прочем. То есть там есть на что посмотреть. Шталкер, футболка там ништячная. И тем не менее, опачки, командник. Хорошо прошел Дэша вперед через глыбу, блин. Да. Тут уже этот Боку на пику ворвался в чатик. Ничего другого ожидать не следовало. Так, у нас даже вроде какой-то нейтрал там происходит. И сетапы. Бросочки. Но это убить смерть. Смерть, да. Сейша тут наслаждается игрой. Своего дебинки. Как да. Он выбежал просто из угла, да? Просто, да, убежал. Странно. Чар такой. Поломанный. У нас там нейтрал, вроде бы. Шаталкеру, по-моему, никто не говорил, что надо в нейтрале рыб призывать, я не знаю. О, за выпрок отлично поймал. Да. Шаталкер, призывай кого-нибудь, пожалуйста. О, сила луны. Да, лунная призма, дай мне сил. Ну, пузырь. Ну, Шаталкер, хоть что-нибудь. Ну, нет. Ну, заспейсил, нормально. Заспейсил. Ну, Равин-то стоит и ждет. Просто рыб каких-то или еще что-нибудь, а Шаталкер врывается. А он просто взял хороший двоец. Кер, кстати, был двоец. Да, против бегущего Данила Райана. Мне в какой-то момент показалось, что он там то ли выпрыгнул. Не-не, он просто на нем вбежал. Да, ладно. Не просто жмут кнопку, чуть-чуть. Просто... Как Street Fighter практически. Игра ЦПУ, по-моему, вообще. Сейчас они в нейтрале стоят и кнопки жмут, да, они, по-моему, не обращают внимания, причем кто что жмет. Маньяк. Ничего себе. Равин все пытается антиэрить Дизи, а Дизи тупо стоит на земле и говорит, что зачем делать антиэры. Причем стоит на земле на другом конце экрана. Так, у нас не будет никакого. И не отрази. Мне кажется, он поздно поедет. Да, но и прожектор еще отражает. А что с ним случится? Он куда-то улетит? Нет, но он просто... На месте останется. Типа станет, как ее прожектор. Ну, понятно. Ну, хотя, в принципе, по-моему, если молника летит, она начинает в другую сторону лететь. Ну, просто это шар же, он на месте. Ну, это как щит у Эдди. Да. Только немного более имбовый. Ну, все равно такая себе опция. Но это ее один из ее единственных реверсов. Ну да. Хотя я видел, да, делают казуки. Иногда. Просто там вроде еще есть тема, что ты можешь стартап этого супера отменить ERC, и там у тебя станут сингули. И потратить 75 теншин? Почему? Ты отменяешь стартап супера, стартап? И получается ты тратишь 25. Ну как Dragon стал ERC, ага. Помнишь? А ты сам при этом сконфермить сможешь, что... Ну ты должен так вести просто. То есть ты заранее, наверное, должен делать. Ну, то есть, ну, нет особого смысла в этом. На но шару. На 25 метров можно попробовать инвули получить на вейке. Понятно. Вот, значит, смотри, ну, Шаталкер зонится. Он, кажется, вспомнил. Распешилы. Супер. Сейчас нет. Игра пойдет. А он, кстати, уже счет 1-0. Чью-то пользу. Так, у нас нейтрал.
Вот так. Нейтрал шатал. Ну давай, шаталкер. Ну вы рыбу, рыбу. Ну рыбу, ну. Рыбный день. По-моему, он пытался сейчас стыка. Ну рыбу, ну выпусти. Ну пузырь, ну стрелу. Ну ладно. Рыба, стрела, пузырь. Там, ну глыба это фиговый вариант. Он еще не делает огненную, кстати, глыбу. А огненный, кстати, у него тоже минус на... Нет, там, вот, там плюс. Там плюс, да. Ну, у меня стартап дальше. А, у меня, ну, понятно. Да нет, он помнит, как рыбу вводить. Ну, то есть он вспоминает иногда. Вот может, я просто... Но вот сейчас на вейке засетапил рыбу. А может, он специально обманывает? Йоми такой, это, 50 уровня. Шаталка, давай, делать... вводи. Да куда ты бежишь? Ну. Ну нормально, кладет. Ну кладет, да. Что-то он 2С еще не привык, по-моему. Угу. Так, вот буш, мне кажется. А, супер! Ведет ли он супер за статанши? Пытается! А он пытается? Не знаю. Нет. О, вот если бы не перестал бежать. Было бы красиво, было бы красиво. У нас немножечко даже хайп тут. О, это Йоми было. Отлично. Ну, по идее, там дэмэдж был неплохой на треть жизни, но что-то пошло не так. Вот сейчас вот он реализовал этот дэмэдж, даже вызвал рыбу. Наконец. Хорошо. Ну, вон он говорит, что на огненный два раза меньше. А, ну все равно минус там. Ну, приличный, кстати, да. Mm-hmm. Ну, просто он достаточно приличное расстояние обычно. Ну, я просто помню, что да, мне его не удавалось запанишить. Но... Так, у нас там вейки. Шаталкер. Шаталкер, убегай из угла. А, Рейвен его сам отпустил. Ну, ладно, призывай пузырь. Рыба. Там... Что-нибудь. Да, стрела. Во. Чарджи, стрелы. Во, 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 рыба. Отлично. Найс, вот это найс было. О, да. И сейчас убьет. Давай! Рыба почему-то. Найс, найс. Кажется, нам еще придется одну игру этого ада смотреть. Ну ладно. Топим за кого-нибудь. Ну, явно не за Райвена. За Райвена топить это себя не уважает. Лучше за вайфу будем топить. Так, глыба. Не наказана и не. По идее, после глыбы... Да, хорошо выпрыгнул, хорошо выпрыгнул. Угу. Так, Рейвен миксапит. И даст. Почему-то не сделал вперед даст. Ну, или он не делает. Делает. Там вот. Можно сделать как раз два раза ХС, да. А потом бросок. Да, вот я просто помню, что там хороший даст. У нас спейсинг от Равеня, а Дизи почему-то просто напрыгивает с нормалами. Видимо. Хаэсик. Так оно и должно быть. Все, Рейвен ворвался. Это был вроде как миксап, но да. Там... Шаталкер там... собрался. О, что-то новенькое сделал. Ой, или... Не законфермил попадание и решил до стола лететь. Начал жать. О, хороший бросок. Так. Классно, yes. Выбросил. Ну вот что-то началось, да, такое? Сейчас, ну, добил, хорошо. То есть Райвен-то как бы комбы-то знает, даже сетапы знает в целом. Да. Вот. Это был бросок воздушный, наверняка. Нокдаун, из... Я бы лучше, наверное, стрелой пульнул в ОТГ. Ладно. Дизи вот опять, кстати, не законфермился. Вижу два попадания и даст. Смотри, стрела. Стрела в нейтрале. Ну, это, видимо, один раз такое случается за раунд. Там, знаешь, как у Джонни монетки есть, у Дизи там просто одна стрела за весь раунд бывает и все. Потом приходится врываться. Почему-то шталкер в нейтрале глыбы очень часто делает. Хотя... Ну, глыбы Йорсет нормально.
А, ну ERC нормальный. Ну, по-моему, гораздо нормальнее это выпускать бабл там. О, ну зато смотри, он выпрыгивает из командников. Ну кажется, у нас 1-1 в итоге будет. О, вот это. Стрела! Вот это, блять, накал! Ты просто не понимаешь, он стрелу выпустил за Дизи. Впервые за 2-3 игры. Ну было, смотри, как его спейсит, отлично. Мне кажется, он вспомнил про нейтрал. Про зонинг. Давай, шаталкер, давай, выпускай пузырь, рыбу. Ну, почему ты встал? Он задумался. О. Он выбирал, наверное, да, выпускать ему пузырь, рыбу, там, стрелу, и в итоге ни к чему не пришел. Это, наверное, проблема всех Дизи. Лично наказал его за попытку броска киком. Опять в руку ворвался. Ну, комба... Не, ну там нормально, сетап. О, еще я так бы за рыбу наказал. Решил рукой стрелу перебить. Не получилось. Нейтрал джамп, нейтрал джамп, стрит файтер. Прыг. Запорол. О! И Годлайк. Разочарование просто. Дизи без нейтрала побеждает. Я победил стик! Не знаю, по-моему, стик тебя победил. Не, я в итоге же, видишь, я вывел себе стабильные опции, с которыми я могу делать. Я их делал! Все, так это и работало. Блять, пьело. Сейчас он тебе другой. Я на стике пьел и не могу супер вести, короче. Ни один. Вообще, вот, типа, я не знаю, как он получался. Он получался, наверное. Он, наверное, получался, потому что я очень верил, короче, в то, что сейчас должно было быть зеркало. Причем ты его приверсал сделал. Ну вот, ты сидишь, я говорю, я поверил в зеркало, оно получилось. Но это был очень странный и потный бой. Пойдешь поверить в зеркало, и оно случилось, это, конечно. Так, давай это поставим Никите. Раф. Подожди-ка, ты же будешь. Ну да. Сам не ожидал. Равен Джонни. Открой этот чат. Да. Да, Джерол, у меня была стратегия, короче, этот самый... И ты ее придерживался? Именно так. У меня была стратегия, и я понял, что у меня на стике получается прыгать с ХСом только, но я прыгал с ХСом, почему нет? Ну как это, в Street Fighter игры, нейтрал джамп. Нейтрал джамп, да, ну чисто высовка играл. Так, бросочки пошли. Красава. Кислотный син. Опа, лепичкок. И тут красап на красапе. Палку. Палка не его поел палкой. Уже. Да. Не поел. Хороший импер, да. Да как всегда, пёс, как всегда. Будто я и не после турнира так не делаю. Так, что-то зажали трейтера. О. Наконец-то он подпоел. Чё там трейтер зажал? Видимо, Джонни к нему за деньгами приехал. Трейтер зажал, чё там? Приехал к нему. Где мои деньги? О, хороший 6П. Да, понтиерина. И сразу пол лица нету. Welcome to Sin. Найс дэмэдж. О. Практически все за ним будут дэшем. Ну там такое, да, там вот этот свой ОЦ, это сетап, который не избегается вообще ничем, наверное. Только блочить его можно не угадывать. Прыжок-бросок. А, ну. Но это надо угадать тоже, типа заранее, да. Ой. Не, кстати, Ашмрят утверждал, что он реагирует.
Ну именно на... Ба-бах! Именно на транспорт? Да. Супер. О, не понял. Вот видел, так. Он просто... присел чисто, маленький син, не попасть. Не, наро... не дорос, как бы много кушает, но никак не растет. Куда девается? Это как помнишь, типа, да. Видюшку, не знаю, ты видел, там где-то Слэйр присаживается под ХС Мультфель. Мультфель стреляет. А это Слэйр все, просто... а это все, короче. Ну да, я имею в виду, просто так встают. Да, но у Слэйр это, короче, настолько вот фэнси получается, да. Он просто ногой, короче, дрожит и такой, все пули мимо. Топчет. Ну да, чисто в матрице как будто. Хобаньки. Наказано. Так, догнал. Да, наказан. Положил? Нет, не положил. Не, не еды положил, нет. Запор. Ну, поесть, ладно, поел. Нет, вей, нет вейка, но... Нормально, это смерть. Чпок, нет. На БРЦ, РЦ делает. Чпок. Вот, и вот это намешил, по-моему. Это 6 КС, он по-любому намешил, Тима. Ладно, ставь один. Так и быть. Не-не-не, за меш 6 КС не поставлю, короче. Давай еще раз. Все, хуйня, давай по новой. Да. Так, наказался за 6 П. Кстати, скорее всего, был ос на бросок. Ой. Так, проверяет. Спам 2 ХС, он да. Проверяет, короче. Ну, поднагрел просто, поднагрел. Проверочка подъехала. Ну, все, поднагрел одно. Все. А, нет. Не-не-не, ты погоди, еще нет. И без ФД выпрыгнул. Так вот. О, вот это боль. Ну, это да, смерть, это смерть. Будет. На респекте чех чисто вывез. Я выиграл тебя один раз, теперь можно уважать. Бэм! Да, то кто его знает, этого Равина, что он будет делать? Чпок-чпок. Вот мне показалось, что у него сейчас еды не было, короче, он как будто вот так присял. Не, не, не было, но он почему-то да. Решил ничего не делать. О! Побейтил бурс. Он был... А! А, был вот сетап, не, короче, не долетел дымок. Запоротый, да. Что за апгрейженные версии ЕС, короче? ЕС есть только у одного чара в этой игре, и поэтому он крутой, как бы, остальные не очень. Ха! И он сам об этом говорит. Хайксёрд, да. О, какой размен, палки с вами. Еще палка, еще палка. Другая палка. Палка-копалка. Я вообще еще хочу заметить, что ЕС говорится, когда вы съели просто самый долгий командник в своей жизни. Поэтому там keep on trolling вообще нормальный. Кто еще так троллит, кроме в двух местах? В двух местах то есть ЕС говорит? А, точно, у него же на хайтаке еще есть. Ёпрасоте. Ой, как су, не, стартап, ну, на хайтаке, супер. Ну на хайтаке ЕС yes, это называется размансил, короче. Размансил. Да, ЕС! Ой, просто мне. Вот чисто Джонни бы сейчас сказал ЕС, yes, если бы у него было ЕС. Yes. А, знаешь, что это типа? Джонни кидается еврейским не, золотом. Не, этот самый... На эндблок хайтаки-то понятно. Я имел в виду изначально ЕС yes, у него с Рашоусена. То есть да. Он ЕС yes, говорит, когда, взрывает, вы, да. Когда вы съели просто самый долгий командник вашей жизни. Наверное. Сколько там? 35, наверное, стартапы или сколько? О, бурстовый супер, бум! Бам, бам! Бум, покатай бум. Меня, говорит, большая черепаха. К сожалению, продолжил, да, но тоже неплохо все. Он не на той высоте, по-моему, задел его. Ну, может, то, что Джонни тяжелый, у него да, не вот, очень... Да, ну, возможно, то есть там неважно, просто трейтер не рассчитал, короче, сам, самый первый хит был не рассчитан. Так. От этого ничего и не получилось. Монетки лифуют. Так, палкой на бок. Он срекаверился чуть раньше. Так, хороший быша. Да, ну это все, это здесь минус. Побейтил бурст. Итого решающий бой. Ну да, в общем, бурст этот можно было в целом и не бейтить, но... Не, ну лучше перестраховаться. Да, в конце тем более, концов, что 50 метров просто было, за... да, да, там метр не штрафуют, следующий раунд не переносится. Все дела. Так, ой, не сконфермил палку. А, у него еды нету. Тогда ладно.
Трейтер, стань, говорит, трейнтером, что ли? Сталь. 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 Трейтер как сталь. Да, трейнтер. Стальной. Чпок! Поблочил. Поблочил блочит, супер. Да, блочит. Но не наказывает, там минус маленький. Минус да, два, там забей, там не наказать. Только если перебить. О. Может быть на ИБ старым киком соло, и это не точно, короче. Нет, там далеко, наверное. А, хотя ну, на ИБ. Не-не-не, именно из-за того, что далеко, скорее всего. Су... И нет, ну это типа все, это да, супер. Бурст нельзя уже, да. Бурст нельзя. Но это было близко. Кто у нас там дальше? Гангстер Блэк Джек. О, гангстер и Блэк Джек. Вот это просто пара десятилетия. Все, они уже идут. Еее, гангстер и Блэк Джек, ребята. Так, сейчас мы тут лишний раз посмотрим. Присаживайтесь на кок. Да, присаживайтесь, если найдешь. Присаживайся, если найдешь ну, свободный если кок. Он не придет туда. То есть PDM следующий играть. У нас тоже больше других боев не осталось. Да. Да, все, там типа все, что дальше. Это... А, нет, Клер уже поставили автолуз. Окей. Ему два автолуза уже поставили. А, ну может он позвонил? Спроси. Или он наоборот не позвонил? У Васи спроси. Да он красавчик вообще. Он передумал что-то? Клер такой. Гангстер. Блэк Джек. Гангстер так-то опасный. Не знаю, подтверждение. На кнопку Home. Ну я типа. Все нормально. Не переживай. Зачем ты вышел? Чё-то да, какие-то трудности. Гангстер уже не справляется. Минус 6, кстати, на This My Name, вот так вот. На ИБ, на ИБ легальный паниш в целом. Ну и на Instant Block, да, там минус 10, короче. То есть, если у тебя есть хотя бы долгий удар, который можно нажать, его надо нажать. Панч. Панч, да! Батончек или понеслась? Понеслась. Yeah. Батончек не нужен, да. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Да сейчас, сейчас мы все вскроем, как бы, кто там что задрачивал. То есть игра-то покажет. Во. Как весна прям покажет. Татами, срал, татами. Так, бросочки. Да, ну о, гангстер спешл. Гангстер еще, наверное, да. Не знает, что пробежки не работают против Потемкина. Так, погоди, сейчас Блэк Джек, сейчас Блэк Джек узнает, что такое Азами. Бросочек. Ну, лучше всего он узнает тогда, когда начнет ему там просто делать КБ на вейк, и гангстер будет это есть. Почему? Азами делает. По сотке. Не-не-не, вот так нажимать нельзя, короче. Можно нажать со всеми чарами, но не с байкин. Вот с байкин так нельзя. Ну ладно, ресеты хоть не жрет. Намаз! Во! Здорово! Вот этого я ждал. Да, вот все, добрый вечер. О, неплохо. Найс. Тоже неплохо. И перчаточку, так. Положил. Уронился. Один, нужен всего лишь один вейк. Ой. Всего лишь один ПБ на вейк, да. Дан пару ударов. Помолился. Вот. Минус бурст. Ладно, пойдет. Пойдет. Ну, ну да, конечно... он же выиграл, как бы. Пойдет. Ой, там. Ну запорол, да. ПБ на ПБ. Там минус 2. Там любой. Там минус 2. После Сазурана, да. По-моему, не минус 2. Там минус 2, я смотрел. Но на этом ударе минус 2. Не-не-не, погоди. Я все путаю, там две разных френдаты. Одна с Азами, другая с Азурана. Да. И вот, по-моему, то, что ты говоришь, это с Азами как раз.
Да если с Сазурана там минус 7, короче, наказывается только в путь. Вот, смотрим, короче. Чё там? Кабари. Вот кабари Роконсоги минус 7. Это же кабари, это же цепка. Не, я знаю, да. Дальше где? Азами Сазуран. А, Азами Сазуран, понял, да, там минус 2. То есть... С кабари я всё путаюсь. Да, вот где там две разных даты. Там с кабари и с Азами. Ну, то есть там... Азами Сазуран. Лол, чисто варморчик. Не успел ПБ вести, бывает. Открылся. Интересно, что бы гангстер сделал, если бы заблочил? Я думаю, что ничего. Он бы сделал вторую. Ну да. Пока не наказывают, все хорошо. Смотри, смотри. Идет. Да пытается. Все нормально. Все. В панчи бурстить это, конечно, не лучшая идея. Не-не-не, сейчас нормально, короче. Сейчас этот самый. Так, ну поставь ему одну победу. Типа, ну ладно, так уж и быть. Ну поставь ему одну. Ну ладно, давай так. Блэкджеку надо больше ПБ ему в пробежку делать. Да там я сейчас уже... я говорю, сейчас он самый... подстроится, наверное. Сейчас придет понимание, там, что байки ну так жать нельзя, как он жмет глазами. Ну, ПБ-то можно жать? ПБ, да, ПБ вообще найс. Во, он поблочил. То есть там, где, короче, ты два панча жмешь, надо вот жать самый, ПБ. Типа в реверсал, надо ПБ жать. Почему-то шо, азами там. Найс, здорово. А еще... Оп! Сейчас чувствую, скоро бейкинг будет стан. Еще пару контров. Не-не-не, погоди. Так. Так. К сожалению, не сконфермил. Ой. Вот зачем-то подождал, а можно было ПБ нажать. Вот оно. О, найс. Да, принял в армору, РЦ, ПБ. Запорол. Изи. Ой. Вот тут так, вот. Чпок. Нет, да ПБ же надо было жать-то. Ну ПБ жать. Ну Азами же делает. Выпрыгивай с ПБ, да, с Азами выпрыгнет из ПБ, найс. Ну вот ПБ, короче, сейчас надо было делать. Это все дело-то такое. ПБ надо было делать, потому что... Ну он жмет заранее. Да, я знаю, я говорю, надо было ПБ в этом делать. Делал бы ПБ, короче, было бы нормально. Слушай, я найс. Ой. Нифига, даже GHS, короче, ее сбивает. Это что такое? Что это за 6П дьявола? Ой. Вот ПБ. Вот Разика, разве он не лоу сделал? Или он сделал среднее азами? Я не заметил. А там не важно. Не, ну если он 2 кик нажал, то есть если лоу, стэн то перебивает. А гангстер достаточно часто делает лоу азами, поэтому как бы ничего делать. Да. Да, двух, да. Ну что ж, гангстер оправдался. Тренировки, да. Это тренировки. Тренировки. Азами! Азами! Я сейчас позвоню одноклассику, скажу спасибо ему за это. Спасибо за Азами. Да, спасибо за Азами. Ну, я вчера ФТ-50 сыграл, блядь. С Потёмкиным. Ты лучше и Шаватаре позвони, скажи спасибо за Азами. Вот если бы не он, Азами бы у тебя не было. Так, у нас Арсен Камелот из Весенга. Азами, я его ебал. Так, Арсена позвали уже? Я забыл, сейчас. Так, Арсен. Я выиграл. Говна с лопаты на полковский. Так, они решили сесть, окей. Говна с лопаты? Да. Как-то, как... Гангстер такой, ну давай. Да. Давай, ну почему ты хочешь? А ведь рецепт-то был прост. Надо было просто вместо каждого панча нажать ПБ, короче. Все. До свидания. Просто до свидания. Дианон! Оказывается, это был инсинг. Мог подумать, этот парень играет в аниме. Не, Жека, не надо так делать. Если ну вот так, как ты сделал. Типа, надо, если люди делают такую штуку, значит у них есть какие-то причины это делать. Неважно, какие. Не знаю. Не будет так играть. Или будет. А может будет. Кто же узнает-то? Это Винсенго. Значит, будем G-Rock играть. Еее! А мы и так, короче, G-Rock же фигачим этот самый... Не-не-не, это самые японцы писали, японцы, все, это G-Rock. Изи! Изи вычислил. Тогда покрасим волосы.
Ну тогда я и говорю. Саети, я так спрашивает, видел ли Ромео Байкин Сосори, как будто они оба не в Екатеринбурге живут. Mm-hmm. Чисто, короче, у Сосори секретный чар, которого он никому не показывает. Но все о нем знают. Да, знает просто вся коммуна. Ты как Бэтмен. Уже, наверное, там вся коммуна успела с Байкин Сосори поиграть. Да, вдруг они не играли. Вот теперь знаешь, что Сосори с Уралом играет гораздо больше, чем не с Уралом. Оп-оп. Ну все, привет. Это тут не пройдет. Пом-пом-пом. ИБ, ИБ. ПБ. Не растерял. ЕБ. Хваточку. ПБ в ЕБ, да, вот оно. То самое ПБ в ЕБ. Не хочет на бутылке садиться. Да, только головой на сверло. Вот головой на сверло нормально. Остальное оставьте кому-нибудь другому. Ну, голова у нас бедовая, короче. Чего только не видела, ее уже жалко. В конце концов, Потемкин солдат. Зачем солдату голова? Чисто, короче, армейские заветы Арсена проснулись. Добрался, но... Чпок. На. Где ну лайфлит? Да, был лайфлит? Нет лайфлита. Да, чё там, лайфлит, короче, против Потёмкина до первого ПБ. Угу. Лайфлит, говорить? Нет такого. Дюкфлит. Руки короткие. Да, руки короткие, не достать вообще. Знаешь, это как это... The nice health bar you have here. What a shame if someone destroyed. Вот что-то типа такого. Да, случается такое. Да, с ним иногда происходит. Счетик тут есть. Мыло лечит. Ты что, серьезно? Yeah. Слэр. А ты уже как-то играл? Ну ты уже лучший слэр России. Окей. Декразировал. Пока он играл на Джоне, заменял. Да, в конце концов, короче, так как никто не видел слэра равенами. А ты уже не отправляй. Это должно быть это эффектное вступление. Выход на сцену. Оп! Не добрался. Или с другой стороны, не подозвонить, да, у Слэйера он гораздо более стильный. А если это? Наверное. Можешь и следующий, у тебя там гангстер, понятно. Вообще по порядку. Да, давайте. Лучше потерпеть. На слэйре, да? Тостры еще не играл сегодня вообще. Да, с тем самым клером, которому автолуз просто поставили. Опа, у этого клера даже я выиграл. У этого клера, да. Этот клер что-то изи. О! О, переигран. Да. Ну что такое, вот этот красав. Да, красав был запорот. Дербейт. Бабам. Лицо сплющило. Да, где-то что-то лицо потерял. Не, вот, ну опять, короче. Да, не на бутылку, так на сверло. Лол. Ну, надо, типа... надо было, чтобы он выехал, короче, на СГ, и его схватили откуда. Вот это было бы нормально. Какие-то бич-сетапы.
белый флаг. Мне кажется, зря. Да. Это зря было. Зря. Ничего, давайте гангстера сюда. Вася будет убрать. Да, нам нужен гангстер. Чё, как? А? А ты как? А ты даже не разговариваешь с стримерской? Чё, охуел? Ну я не знаю. Все, видишь? Все, видишь, короче. Но нахуй послать можно. Да. Это не запрещено. Без этого никуда. Меня попросили покоммитить. Сидите. Вместо кого-то. Ну дай хитбокс тогда. А ты не играешь? А как переключать всю хуйню? Я переключаю. Дай переключу. Привет, парни. Шаталкер против Астрея? Да. Блядь, мне показалось как боковым зрением, что хуй огромный лежит на плече. Ну, в принципе, если собака закроет немножко это... Пасть? Закроет. Да. Да, это... Ну или вот так рукой прикрыть немножко. Плечо. Мне кажется, шаталкер проиграет. С тиком может он справиться, но... Острем нет. Люди интересуются, что это за пес. Практически пес. Да, практически пес. Будешь бросать его в противника? Чё, сыграем на Тарине? Часть половина. Не, я с удовольствием не считаю. Что происходит у нас? У нас происходит то, что они берут вампирскую арену. А почему ты Акселя пикнул? И почему ты играешь на хитбоксе? Он переменчивый. То есть, чтобы его стиль игры не запомнили, он меняет девайсы. И дальше он будет играть на паде. Мне кажется, да, его бросок. Острее я видел комбо в Твиттере постит, может он нужно будет пороть? Или делать? Или делать, все равно. Но... Конвертация шаталкера. Антиэйра. Но сегодня мы уже видели, как он хорошие бутбейты делал. Ой, такая инсенда почти. Слезы наворачиваются, если честно. Даже Дизель будет трудно забыть шатала. Так, у нас 6 хс от Акселя. Ой, ой. Мяч дельфин? Нет. Мяч кит? Дельфин, мяч. Дельфин. Нормально, так, теперь всю карту выходит. Ой. Попытка была сделать комбу, но комба с 2С работает лучше у шаталкера, чем Острея. Может тут сделать супер? Лучше традиции. Давай, давай. Супер. С полным метром, да. Надо было супер РЦ. Супер, кит РЦ. Надо было супер супер. С ума сошел. Оверхед плохой стартер. Но у Акселя этот стартер лучше, чем у моих. Так. Разводка. Ой, ДП. Все перебил. В лучших традициях пиды. Так, бросок. Дельфин вперед, бросок. Дельфин, дельфин. О, хороший выхватил. Бросок, комба за форота. Или недоделанный просто. О, запорол разводку, наверное, на команде. Скорее всего, да. А возможно, нет. Возможно, так и было задумано, просто шаталкер не боится мэй. Он просто жмёт. О, да, он не боится мэй, смотри, супер. Отлично. У Астрея должна слеза сейчас навернуться на лицо. Где мое четвертое место? Астрея, давай. Можно камеру на меня просто? Камеру на тебя? Да, в твои глаза? Yes! Ужас. Пацаны. Я на Китай-городе, заберите меня, пожалуйста. Что сейчас будет?
Ой, и закомбилось. О, себе. Я думал, после меча там да, поменьше. Но, мне кажется, там единственное, что можно было продолжать каким-то образом. Ну, типа, нокдаун прям нормально. Ну там, наверное, через. Астрей просто овнет, короче. Покажи камеру на Астрея. Такой. Yes! Все, он доволен, доволен. Доволен, доволен, да. Стер скупую. Мужскую скупую. Астрей не умеет зеленый блок в воздухе. Пока. Не эволюционировал еще до этого. Ой. Что-то, блин, что-то пересетапился да, тебе. Ой. Ой, бросочки. Так. Нормально. На командник, мне кажется, надо было. Так. Очень осторожно Астрей подходит. И супер. Ест опять супер. Да. Супер на вейке это победа вообще. Победа победы. Больше не хили. Ой, съел второй хит. Файтака. И сейчас его... О, БШ. И опять себя перед сетапил, по-моему. Это смешно просто. О. Yes, комрад. Да, у нас тут все есть. Все наше. Я не понимаю, что происходит. О! Ой, нет. Твиттер постим, комбо бросим. Не жри всякое говно. Почему не было там? Ой, что, почему? Там можно было просто подбежать и шесть панч. Да, я жду кита. Астрей, не проигрывай, блядь. Не проигрывай. О мой бог. Кита надо, кита. О мой бог, кит. О, тоже блядь, неплохо. Бледина, давай. Давай. Нет. О! Сука, неужели я Астрея победил? Боже мой. Что за дичь? Можно еще раз, да? Yes! Я немножко... Да. Неужели, по идее, короче, сейчас я иду меня играть. Меня перестал пороть Астрея уже. С гангстером. Позовите гангстера, пожалуйста. Гангста. И это было 2-0? Это было 2-0. Прикинь. Блядь, да. Даже я засолился, если честно, от этого. Ну, вроде он как-то... Ну, вроде да. То есть он просто все сам просрал. То ли из-за нервов, то ли из-за чего. Пойди. Может, вы где-то с Васей вместе вчера бухали, он тоже проиграл? Сейчас он кофе. Вася проиграл. Да пошел он в хуй, а. Я на районе за это стреляет в колено. Я вам примерно то же самое сказал. Он сказал, мне похуй. В смысле? Ставьте ему первый бой автолузу. А чё там, он курить пошел или я что? Бы, короче, я он за автолузу делаю. А? Он просто делает. После вчерашнего ESL-турнира я реально, короче, за то, чтобы просто а что было вчера? Чуваков. Но ESL-турнир это ESL-турнира, да? Нет, понимаешь, там... GTCup, это GTCup. Это показатель того, насколько европейская комьюнити, короче, неорганизованная просто масса в себе. То есть в Америке, представьте, турнир на 1000 человек, группами, по две группы у каждого проводятся, типа, одним. Одним. Орган. Ну, то есть, судьи. Типа, они за два стола, две разные группы отвечают, каждый. И там таких, короче, судей всего три. И они умудряются провести чамп по ГГ за день, блядь. За день. Короче. А если турнир, короче, лечит, лагает. Короче, не знаю, что FPS падает. Пойду перезагружусь. Все ждут, короче. Где ты? Хуй знает. Где ты? Кофе наливаю. Где ты? Хуй знает. Ну, такое, да. Так, ну я на всякий случай уточню, да, что это не Астрей, короче, у нас здесь сидит. Это Равен. Блин, у меня Потёмкин чуть не унёс там. Куда он тебя унёс? В пучины отчаяния? Там вообще пиздец было, высокий. ПБшка, Ядрить нормально, нормальный у меня оппонент такое, дальше. Такое редко было, оно просто
один раз была ситуация, что у меня минусы для жизни осталось, да? Да, и ПБ. Он у меня за ПБ шел там, где оставишь. Ну, один раз на ПБ попал я, и он меня там прокатил. Ну ты это? На говне, и я... Да, да, с блэкджеком. И я проиграл. А, блэкджек, да, там, короче, если ты вот не бейтишь все эти сетапы на ПБ, он тебя катает вообще даже, не замечает, забей. Ну, типа вот с Потёмкиным надо всегда это... Да-да-да-да-да. Надо вот. Понимать... что они любят делать. Вот я говорю, там, типа, надо просто бейтить все вот эти места, где он ПБ может накрутить, тогда нормально. То есть с блэкджеком по-другому играть вообще нельзя. Ну вот я пропотел там. Че за хуйня? Че за хуйня? Чего? Ты же говоришь, что он натренировал матчап со Слэйром. Еноты выебал. Ну, к сожалению, мы эти самые играем венеров. Пока есть венерат, как бы мы пускаем венеров. Так, первый ПБ. Вот Азами. Да-да-да, ну вот этот любимый сетап гангстера. Угу, вот он здесь делает все правильно, и РЦ-шит Раконсоги, чтобы не наказали, потому что там минус 7. Там как угодно. Ну да, здесь просто Азами подождать, с ФД поблочить, не жать, соответственно, в Тацузансен, который нельзя. Ой, что... О, БАМ! И просто в укус. Эх. Ну туда, в супер. Но это не смерть. Вот это смерть как раз вполне... Нет, не можешь, смотри. Лол, что? Что это было? А, ну окей. Вот это смерть. Он не ту кнопку нажал. Он не ту кнопку нажал. Да. А если бы ты нажал кик, все было бы нормально? Нет. Панч там был жать, чтобы... А, банка типа? Да. А я думал там в этот комби... Найс. Не-не-не, он же после ХС и кроссвайс не комбит. Интересно, я был уверен, что... Чё-то лоу. На земле не комбит. Понятно, то есть только по воздуху. А, вот я по воздуху и видел, точно. Лол. Так, Равен еще не придумал, что делать с Азами. Да то, что it's late надо ему делать, он делает Азами и получается контур. Найс, ХС, Азами. Чпок. Во, воздушные бросочки. А если он этот самый стоячий Азами делает, то ты слейт не поможет. Делаешь СП, он виф не скажет. А можно, кстати, делать укус. Я думаю, что это... Я думаю, что это интереснее, чем инстант-килл Майхер. Закончи, закончи. С чата. Я все. Рау умирает. Да, Шана Милли Рейдж поиграет. Не, он сейчас возьмет Бейкин. Вот это, наверное, самый топовый чар, я судил. Эстайр. Бери Кума. Да. Хельё. Да, Унга. Унга. И как бы все было, для меня турнир закончен. Гангстер не меняется, а Азами его все. Чпо, на чпокичах. Ага. Ой, вот это вот вкусный паниш сейчас будет. Ой, найс. Ой, срекаверился. Ой, не заблочил. А там не мог заблочить. Мог. Он ждал Юрсей, там поздно. А, ну ходай, типа. Оно вообще, по-моему, никак тут же было. Вряд ли. Вот это почему? А, ну ЮРЦ... Скорее удар с земли, короче, он идет. Ну, в смысле, Цвайт и ЮРЦ, это понятно, что это проджектайл? Я-то говорил про заблочить. Ну, я понял, да, про его, типа ДП ее. Да-да, я же забыл, ФДш действительно можно было нажать. Я почему-то просто подумал, что, типа, надо было приземлиться обязательно, чтобы заблочить, а вот нет. Подобно. Че происходит-то? БАМ! That's mine. А, лол. Чпок. Да.
ладно, не молчим, не молчим. Не молчим. Но ты смотри, какой контр вкусный. Тут 6П нормас, еще бы, если бы он эту... О. Надо, да. Вот, кстати, несмотря на то, что там 6 фреймов афтерлендинга, почему-то панчится как говно. Мне кажется, просто Рава поздно нажал. Не-не-не, оно там действительно, короче, нехорошее. Там нехороший панч такой. То есть он его тренить надо жестко. Ой! Попал, кстати. Найс! Так, сетап на блок. Больше Азами. Больше Найс, Азами. Найс, да, еще Азами, пожалуйста. И давай, давай, давай. Эх, надо было в ответку и Кади. Да ладно, не успел бы. У него было полметра, успел бы. Ну, Равин выбирает... Ну, конечно, я сладко забыть, да? Равин выбирает более эти самые, более лечит. Проверенные методы, то есть он просто, типа, стоит, ждет, что будет Ганси делать. Видит, Азами нажимает, на ему туда жить, КС. Ой, вот хорошо, все, просто смотришь, что делает Ганси. Все, смотришь, что делает Ганси. Вот главное еще на пробежку реагировать. Просто закинул его деньгами. Насорил. Старый пират, у которого много денег. Просто бросить. Еще да, раз. Золотой дождь. И просто бросить. Ну да, Азами на вейке, вот она. Это не Азами, это блок. Ну неважно, там смысл скорее в том, что ну, ожидание это... на вейке. О, они вот ничего... это... Да, нормально. Ну нажал. Нажал, как бы, стандартное место гангстера, где он делает Азами. Ну, кстати, сейчас Равин неплохо угадал Азами. То есть он туда сделал лоу, его стоять Азами. Ну, чисто без денег, короче, выигрываем сегодня. Деньги не нужны, я за все плачу. Дюгол. Да, вот тут запорол, нет ничего. Ну, один бросок из топ. Ох уж этот золотой бурст. Ох уж этот золотой бурст. Чёрт. Чё, Равин, сегодня за всех платишь? Да. Явно чё-то типа того. Ну, давай, зови Фейта, короче, и играйте с ним. Не, увы. У меня водички. Водички там есть. Нет, тут ничего нет. Всё закончилось. Гёрт, нормально, да, я бейтанул? Ты ничего нормально не делаешь. Почему? Тобой невозможно серьезно играть, понимаешь? Почему? Потому что ты настолько плох, насколько вообще это возможно. Да ну. Серьезно, ты сидишь, короче. Две, блядь, кнопки, блядь, я все сплеерю. Ничего вообще. То есть я знаю каждый раз, что ты сделаешь в следующий момент. Поэтому я могу с тобой играть чем угодно. Понимаешь? Ты стоишь на вейкапе на тебя, ты делаешь парить, тебя накажет. Все. Я тебя бросил 4 раза подряд. 4. За то, что ты жал одно и то же. Раз за разом. Пизда ты бейтанул. Хуяно бейтанул. Это привычка. Но у меня тоже есть привычка. Я когда в столице прогречу, короче, каждый раз. Даже девушка появилась, короче, посыпаюсь, придёргиваюсь сразу. Если пока она не дает. То же самое привычка. Не могу отвечать. А потом однажды она мне намазала клей хуем, и короче раз, и все, хуй я буду так пойти. Да. Да, да, да. Найс подробности. Чисто короче, вот теперь мы знаем, как побеждать в этой игре, а. Вот оно. Мажешь клеем, короче, то, что нужно, и все будет хорошо. Так.
Осторожненько Зерыч, осторожненько держится. Ну, не дозонивает чего-то Фейт, то есть там нажал какую-то кнопку, когда на него прыгнули с ХС, получилось. О, фига там Зера мансит через 6К, перепрыгивает лоу нормалы, что? Вот это фэнси. А не вот это вот ваше, пика в гусей. Вот это фэнси. Так, ну да, просто въезжает мапа из-за минус. Здесь мог бы, наверное, закомбить, но там, да, надо было, чтобы 2D позже попало. Нормас. Вот, достец с инвулами. Бах. Тот самый матчап со слэером. Учишь свои минусы, чтобы тебе не въезжали в них мапы. И любимый сетап Дехозера, который на самом деле очень плохой. Но об этом знают немногие. А те, кто знает, предпочитают тактично молчать. Раджи нет, реально. Да, Раджи нету. Потому что он вот так вот. Он сейчас даже играть в ГГ не сильно может. Ну вот там что-то сработает, что ли. Жопа. Бом. Так, что тут? Ну, Фейт во всяком случае пока перестал стабильно получать мапку в свои минусы. Но все так же получает ДД. Ой, молодец! Вот это отличный прыжок был. Я уж не знаю, какие голоса в голове ему нашептали сделать этот прыжок с достом, но тогда 2 хс он прыгнул вообще как молодец. Ну, лол что, найс! Нормально. Чисто сделал телепорт, ну, хотя бы самое маленькое словил. Да. Чисто, короче, как там? Не-не-не, как там? Он запускаю супер, короче, да. Фейт опасный стал на самом деле. Вот хочу сказать, что Фейт стал опасный. Того и гляди, плахе придется подвинуться. Ничего. Ну да, не, он этот самый, типа, если на мэш в Питере как-нибудь сходить, ты увидишь плаху, можно с ним даже поиграть. Он как всегда сядет отпорит тебя, там у него ни игры нет, короче, ничего нет. Он просто садится, короче, и тебя порит. Ему ничего не нужно для этого. У него все уже с собой давно, всегда. А, найс. Лол! И чисто ангелочек, не, смотри. Бум. 2К, 2К! Ну что? Да, сделать 2К, там 2П. Ну да. Плаха? Ну так почему про Плаху фантастические вещи говорят? То, что Плаха такой фантастический персонаж почти. Про него другого и нельзя говорить. Да ладно тебе, 100 лет не видели Джиба. А когда мы приезжали с Зерой и Вандалом, Плах приходил, между прочим. Да приходил Джиба, в том-то и дело, что Джиба... Джиба-то там тоже был. Наркоман. Он не температура, он не помнит. Да, чисто нагрелся, короче. Надо пар спустить. Когда? Летом, блин. Этим. Этим летом, в августе, после ИФА. Московский десант приезжал в Петербург. Джиба, что там, провалы, что ли, существенные? Они там пили. Я какой 100 лет назад, боже мой, даже полгода не прошло еще. Вы о чем вообще?
Ну, это такое. Так, чё там? Чё там? Мне играть пора, походу. Нехорошо. Чё там, 2-0, да? Чё Ранен играл? А? Чё Ранен играл? Ага, он играл за Слэйра. Да. Он, да, Слэйры пикнул, короче, и вазами все повъезжал просто. Потом взял Джонни и просто начал бейтить все азами. Такой стоит и азами, МФ, А потом он начал, типа, вообще такой раунд начинается, Рава выкидывает все монеты, типа, такой, я плачу! И снова бейтит все азами, короче, вот тут тормоз был, да. Соответственно, как бы, Рава сегодня за всех платит. Я его спросил, он говорит, да, я плачу. Все нормально, деньги есть, деньги, не проблема. Дайте где. Подцепил заразу где-то. Сталкер там уже ворвался в топку. Ты решил не выебываться, да? Ну и раз Фокс не играет. Я с Фоксом, кстати, ворвался в топ играет, там какой-то уже, я не знаю, в топ. Он да. По Венерам до сих пор шаталкин. Да. Я уже отлетел благополучно. От кого? Стрейч. Накормил меня говном, как всегда. Так, сетки у нас это уже есть. Трейтер есть, да. Дзинсенгу я бы, кстати, отпал. О, блин, мне с Равином играть. Ну, рано или поздно это бы случилось. Ну, лучше бы вот тут, чем вот. Ну да. Ну хотя. Да я упаду. Делать 4. Сюда. Интересно. В принципе, на последнем барфайте я побежал Дзинсенгу. В группах. Да а потом ехал. А, ну ты же был. Я это видел. Там кое-как вообще его там. 2-0 вел и потом еще чуть не проиграл. Да. А они уже начали? Или нет? А, вот. Готовится. Со стрейм, конечно, я не знаю. Хип-хоп, ну привет. Я вообще дико фрустрирую, когда со стрейм играю. Это просто жесть. То есть чувак там разбегается, делает жесткий минус. Чтобы покрыть этот минус, делает еще какой-нибудь один минус. Это между Палтус? Палтус какой-нибудь, 6 хс делает, и такой, типа... Ну если ты попытаешься меня запанишить, я могу влететь дельфином. На дельфине минус, но... Типа ты же не знаешь, там, ты стоишь и думаешь, будет он у тебя в дельфина влетать или не будет. А потом после дельфина еще не дельфина. Ну там уже нормально. Уже понишь. Не, ну, в принципе, что, дельфин, стартап, все это в фреймах. Ну, там он влетает горизонтальным дельфином, там жесткий минус, он не успеет вторым дельфином прилетит. Там, если ты драйвер сделаешь, он обязательно прилетит. Нагло сбежал. А всем, кстати, на самом деле плохо на броски реагируют. Ну, вообще сложно реагировать на броски равнофреймовые. Не, ну именно, что ты к нему идешь, и он... В принципе, у меня такая же проблема. Хоть на броски командники не так хорошо реагируют. Да ладно. За милю тебя очень сложно. Ну, просто я стараюсь тебя заранее отодвинуть. А... Ну, я же добежками делаю. Ну, то есть ты тупанчи там уже жмешь. Может, там просто такая ситуация, когда ты скорее всего знаешь. Ну, вообще... Реагировать на броски в этой игре это такое себе. Не сделал поднятие. Отлично. Он наконец начал как поку ходит, и не прыгает. Директорит как поку. Ну да. Я думал, что это кейдж. Интересный способ. Ну держи дистанцию, держи, не подходи к нему. Так. Ну норм, где норм? Нормально, да. Не фильтрирует. Отлично. Вот это было отлично. Так, зачем подошел? О, это было опасно. Ой! Плохой бот. Арсен решил подарить ему дистанцию. Беда всех акселей, вот эти вот налеты.
если джан там слышит, ну такой. Нет, что-то... это нормально, но это комиссия как-то не знает. Ну подходить просто надо. Ну да. Ну, да. В углу стоит и делает поку, но с минусом там, не знаю. А мне кажется, вот зря от меня. Да. Да. У него метра нет. Да не убьет. А, он... Что? Жопу... Что? Красав! Это что за красавы такие? Красав за полтинник. Фига себе. В армии научился, блин. Армейский сетап. Причем я не уверен, что он еще и в Митве, там, мне кажется. Решил пожадничать. Что-то он бурстит вообще. Барст, а, может он просто его не важит. Типа бурсте дает просто. С Рублевки. О, ну это... Ой, запорол. Странно, да. Мне кажется, он бейтил барст, но запорол. Нет, он долго очень ехал, видишь? А-а-а. По таймингу запорол. Хорошо. Да, хорош был. Да. Все бейтит барсты. Сейчас снова будет бейтить, да. Но шаталкер гордо умирает с барстом. Ну и правильно. Ну и правильно, да. В этом раунде. Вот, хорош. Вот любят аксели это говно делать, и хорошо, что кто-то панишит за это говно. Потому что сложно за них перечарить. Ну, там-то плюс один, что ли, да, если не ошибаюсь? Если на обычном блоке. Сложно сказать. Ну там не минус. Был бы плюс один, он бы его по бэшке не запомнил. Но уже Б сделал. Ну и Б это плюс один, минус два получается. Но... Не первый вариант. А минус четыре, минус. Ну тогда да. Вот сделал 6 кс, попал в хит. Почему-то РЦ не сделал. Непонятно. По идее надо же чего-то дамаг выжимать. Это хороший старт. А ну кстати сейчас же не на весь экран кидает, да? Команде. Найс, wow. Отлично, за жопу на карту. Хорош, спасибо. Хорош, да, знаю. Пытался опять, да. Потёмкин убегает в нейтрал. Так силен. Молодец. И вбежал так резко. Убьёт, да. Нет. Ну сейчас вот ЭГ. Норм. Чип. Почти вот так. За чипу. Я думаю, если бы он пошел через новый роут, через эти... Такие игры интересные. Потемкин убегает нейтрал от Акселя, а Аксель на вейке бежит там прессить Потемкина через весь экран. Бросать бежит. Да-да-да, бросать бежит, в том-то дело. Вот за панч, конечно, Акселя ебут жестко. Ой, тут нельзя. Ой, пока. Но он пытался, да, бурст пойти. Джаст. Постоял, сделал два даст. Да, да. Арсель неплохо, больше, кстати, Арселя. Нравится два Арселя, какие-то. Найс. Вот это так вообще можно, блядь. Я видел, как Арсель его хотел заебешить. Вот я не понял, он специально немножко подождал, чтобы бокс там ушел, или просто из расстояния. Ну это прикольно, кстати. Классно, да, получилось. Жди. Хорош, да. Хорош. Так, еще разок. Найс. Метр вот, есть. Вот, зонинг появился. Эх. Немножечко неправильно. Не, да. Не в тот, но все равно. ПБ пытался, ой, ДП пытался. Вот, сейчас хорошо. Вымешивался. Найс. Наказал за бэкдэш ПБ. Чисто. Пиздец, что ты творишь? Черт. Сейчас было чисто Йоми, вот он знает, что... Знает, что Арсен хотел... Но он наконец начал просто его нейтралить. Он все-таки решил. Да. Но мне на вейке понравилось, как он ждал у Потемкина бэкдэш. Да. Странный, конечно, Йоми такое жесткое, но сработало. А, да, сейчас же делают два раза. Пытался теперь бросать. О, это смерть. Не, ну молодец, конечно, что вымешивался, но на что ты рассчитывал там, да? На победу.
Не, нормально. Столько времени. Еще столько можно панчей нажать. Ну, практически. Вот сел зачем? Ну, пока он еще ни разу не выпрыгнул. Хорош. Вот это правильно, вот еще из угла свалить. Красавчики грязные. Ну, бейтит, отлично. Вот не бэкдэшнулся. Чего-то не бэкдэшится. Вот опять. Ну вот опять. Больше надо бэкдэши делать, не правильно получить. Отлично, вот выждал момент, когда он брейк делает. Ну не беги ты на него. А все он, видимо. О! Прыгает. Ну ладно, там теперь выкавры. Ну такой большой. Так. Не-не-не, далековато его. Ну, приходится назад отходить, короче, за это. И тем не менее, раунд взял. Да. И у нас это вообще. Потно. Господи, шаталка, ты все говоришь, надо остановись. Воу-воу. Давай, вейк. Все правильно. И в нейтрал. Ну, тоже не плохо. Слушай, да. Эх, переждал. Бэкдэш. Бэкдэш в данном случае почти от всего работает. Даже 6 хс он попадает. О, хорош прилетел. Попадает. Сейчас. Оу, встает. Еще раз. Ну вот слэш как раз там был бы в тему сейчас. Вон. Хорош. Так. Мне кажется, можно взять. Не интересно, почему там. Там же можно. Так. Отлично. Что творит? Мне кажется, он пересидел в углу. Ну ладно. Покажи его. Ну вот Арсен жал кнопку после 6 хс, там да. плюс жесткий в акселе. Сейчас Арсен... не обосраться. А, каталкер просто падал, блядь. Да. Бэкдэш. Да. Не, ну выпрыжка должна быть. Выпрыгает! Проблема выпрыгов, но это... Шаталкер, ты почти смог! Да. Это было классно. Почти смог! Мы с тобой сделали? Да, вроде. Проблема выпрыган в том, что у него ну, стартап это было, есть. Ну, это был хороший. А у бэкдэша нет стартапа. Сет. Поэтому... Такой себе. Не, ну а чё? Прыжка, ну да, у него есть стартап, но... Но он мог... Ты уже прямо за стартап прыжка заплатишь. А, потому что этот... Пуф, её стоит. Ты чё? Нет, просто пуф, и всё, стартап прыжка попадает. Там не было. Стартап прыжка попадает, да. Поэтому бэкдэш на вейке гораздо лучше опция. Ты, короче, бэкдэшишься мало против пота. Там бывают ситуации, когда надо бэкдэшиться, ты не бэкдэшишься. Он делает слайд хэд тебя. Это какие, например? Ну это в прессинге, он тебе что-то делает, и ты сидишь, он тебе либо слайд хэд делает, вот либо это. Сверху напрыгивает, либо 6 хс. Ну бэкдэш, понятно, да. Бэкдэш от всего спасает. Ну да. Ты пережидаешь там. А так было классно. Ну еще было пару моментов, когда ты 6 кс на хит попадал, не делал РЦ и на дамаг не выходил. А там не выйдешь на дамаг, короче, с 6 кс РЦ. Да ладно. Че тебе там не нравится? Потому что там есть некоторые иногда ун-комбо, но типа мне с ним в нейтрале выгоднее играть. А мне я его... знаю, кто это гангстер, блять. Мне его вейкать даже, короче, не сильно круто. Ну вейкать там, понятно. Там чисто такое, ну, то есть, понимаешь, я просто трачу полметра, который я могу потратить там на конфермы, короче, вот. Типа того паниша, который я там через ПРЦ делал, когда он прыгал. Ты нормально отвечал. Понятно. Так что там забей. Вообще РЦ-шить 6 хс, это, короче, во всех матчапах такая себе идея, потому что это уже не XX, и тут нет, да. короче, того реварда. Но раньше это дико опция. Здесь Аксель, короче, гораздо лучше играет на расстоянии, у него больше опций для этого. То есть у него раньше просто этих самых вариантов, по сути, не было, потому что он должен был класть, короче, и вейкать. Особенно у C плюс R, когда 3P, 2 хс, 2D, изи вообще. Тебе пишут, что ты все хорошо, ты бы... Да, это понятно, это не надо. Это не важно. Кстати, неправду пишут, потому что ты гораздо меньше сегодня врывался, чем ты обычно это делаешь. Это не важно. То есть ты зонился хорошо сегодня. Это все не важно. Так, Равен и Хазера, да? Было похоже на матч. Что, вы играете, да? Правильно. Реально ты попотеть заставил. Пота. Да, попотеть.
То есть как бы отыгрывал матчап как надо, практически всегда. Единственное, что ты слишком обузил часто под конец уже ЕРЦ и кэч, вот этот вот, бросок командный. Один раз это было круто вообще. Да, один раз прокатило, один раз еще можно было попробовать, потом, когда он уже стал читать, уже перестало работать. Там надо было делать хайтаку, короче. Ну, надо миксапить, надо миксапить, да. Делать такие штуки. У нас как бы один из самых частых матчапов в Get the Cup. Эти парни уже там, не знаю, общупали друг друга, наверное, вдоль и поперек. Mm. Да. И где только они не трогали, да, вот это все. Я болею за Zero, мне почему-то хочется, чтобы Zero выиграл. Ну, Дехозера самый наш пацан, короче. Не, ну просто он часто равенно сливается слишком. Хотя не должен так часто, по идее. А не потому, что я не считаю, что равен так часто сильно. Че там, кто у меня? О! Кажется, я знаю. Так, ну у нас 5-1 раунд уже за Равином. Размен монеточки и ПБ. Такой. Слэйр, в принципе, не против периодически размениваться так. Да, Слэйру вообще нормально. Нормально, да. Не, ну монеточку-то он съел, он сейчас съест вторую монеточку и тоже отлететь может. Легко. Легко, один раз попал в игру Джонни, ну, что-то там пошло. Рава, по-моему, запорол что-то, но... Поехал дальше. Да, просто бэкдэш, да, просто бэкдэш и уходить, потому что из свая там казать ничего не сделать больше. Вейк от травы. Хорошо. Вейк от травы. Летел. Бейтил Барс. Наверное, бейтить Барса-то и не следовало бы все-таки. Лучше уж его. Да, пускай, короче, эти самые все трусы скинет, а уж потом мы с ним разберемся. Да. Потому что такая ситуация была, что жизни обоих мало было. Лучше надо было на Барс рассчитывать. Рава Дэнди Степы хорошо перебивает. Ну, ждет, по крайней мере. Найс. И тут Дехозера начал играть на неожиданничах. И тут Рава запорол. Это уже Зера запаниковал. Дроп? Сдал все, что не должен был сдавать. Это был бейт такой странный Барста. Да. Какой-то запоротый, что ли, я не знаю, потому что далеко слишком вылетел. Отлично, Мистфайнер он его заставил в нейтрал выпустить, но кусал, по-моему. Судя по старту анимации, там укус был. Ну, вот такой. Да-да-да, вот что-то типа того. Все понятно. О, хорошо ворвался. Да, вообще молодец. Угу, и не угадал нижний удар. Ну, он нижний удар именно не угадал, то есть там в этом суть была. И Б, красочек. Решил не тратить теншн. Найс, вот это хорошо. Такой вдумчивый сетап, сам себя, по-моему, пересетапил там. Да, вот здесь уже, ну, типа равен видишь, что там ничего не происходит. И надо смотреть. Так, то, хоть черный бит, но продолжаем комбить. Ну, отменить Дэнди Степ действительно нельзя, как бы это. Кроссвайзом можно было, по крайней мере. Да там один фиг, он же попадает в реджек. Ну, согласись, не ПБ. Отлично. Хорош. Запотел. 1-1, как бы. Хорошо пока. По раундам все. Вот. Вот что надо Слэйру. Сейчас была комба такая очень ситуативная. По высоким чарам Слэйра. Ой, молодец. Зера почти ее сделал. Немножечко запорол. Вот она, ну это вот, комба. Да, опять запорол. Опять запорол. Он один раз сделал ее, и потом два раза запорол. Статистика какая-то. Да, ну. Печальная. Не знаю, если дропаешь эту комбу так часто на турнирах, наверное, лучше.
пока от нее воздержаться. А там сложный вопрос, насколько часто он ее дропает, потому что я столько же успешных выполнений ее же видел уже. Пока что статистика 1-2. Но это конкретно сейчас. То есть тут же, если смотреть именно за всю... Ну да, тут минус 20 дофига, короче. Это забей. Слэйру, конечно, вкусненько врываться по бою вот так вот, но... Когда в хит, когда в хит говорят, а не когда в блок. Так, выбрал момент между ударами Равы и Варварс. Ой, вообще как хорош. Боженька просто. Да, это было очень. И фу паниш, почти фу паниш. Дропнул нокдаун, конечно, обидно. Ну вот теперь сам будет в углу, если Рава нокдаун не дропает. Такое себе. Пытался БДЦ выпрыг делать, почему-то у него обычный выпрыг получился. Да. Зеленка. Ну да, тоже зеленка. Запорол. Да, тот самый бурст после кого слышал. Все правильно. Хорош. Ну, сейчас бы еще мапку сделать просто. Решил таком ограничиться. Сдал. Главное, что сдал заряженный. Вот! Вот это вот мапа была БДЦ, отличная. И вот она снова. В этот раз уже вошла как надо. Все, нокдаун, кладем. И надо убивать. Да, ну тут типа в даст, естественно. Что-то какая-то комба странная. Да. Но добил, ладно. А мог бы стандартный ПБ, либо он боялся, что ПБ не войдет. То есть, я не знаю. Может, перенервничал. Фигово пойми. Две монетки уже у Равы ушли в никуда. Шпок. Я думаю, надо было снова мапу БДЦ делать. Хорошо бы вошла. Только вот и рекаривать. Третий уровень. Надо было. Ну тут только бурст. Ой-ой-ой-ой-ой. Третий уровень съел. Рава запорол. Но это ему, в принципе, ничего не помешало продолжить. Прессинг. И сейчас уже Слэйр, скорее всего, отлетит. Да. С длинным МФом нам какая разница, на каком расстоянии мы вообще стоим. Все равно хороший был бой в целом. Сейчас мы с Арсеном играли. Довольно близкий. Видимо, если играют Венера, то вы с Арсеном, да. Да, но вообще, типа, можно и лазеров там где-то что-то куда-то пустить. Сейчас он верит, с гангстером отыграют, и я там буду готов играть. Так давай тогда я сейчас отыграю. Да, давай, этот самый, пускай идет. Арсен. Сейчас будет тоже довольно стандартный матчап для этих гетто-капов. Ну, по крайней мере, в прошлом. Примерно год назад он был стандартным. Там даже, как сказать, практически так получается, что чуть ли не каждый раз... Да мало. Да, там человек... Может, что все на стрим пускай? Там, да, понятное дело, что все на стрим. Ну, Veritas Gangster, наверное, не надо на стрим пускать. Ну, это пускай доигрывают, то есть, как бы, вот с этой вот уже с можно, этого да. начинаем, да. Интересно будет посмотреть, как Арсен старый этот матча будет Бейсен? Отыгрывать. Бейсен уже? Или нет? А, все. Помнит ли он еще, как Джонни панишить? Как с ним себя вести, не помнит. Получится, не получится. Вести себя надо прилично. Прилично. Да. Немножко позволять себе местами ад. Знать меру, короче. Да. Интересно еще посмотреть, как Рава этот матчап помнит. И вообще он играл, не играл с Потемкиным тоже в последнее время. Сложный вопрос. По идее, где тут у нас Потемкина найдешь поблизости, да? Да даже в Европе, по-моему, Потемкиных нет. Ну как тебе сказать, ну пока нацию есть. У нас FT2 или FT3? Это давай уже FT3, наверное. Нет, начнем. Это FT3, это FT3. А, FT3, да? Да. Есть еще Нацу, кстати, который по утверждению некоторых еще сильнее, чем Арсен играет. Я играл с Нацу. Но это сложный вопрос очень. Я играл с Нацу. Хорошо, но ты пропотал. Да, естественно. Нацу сильно заброчен на игру в онлайне. Там есть такие вещи, которые работают только в онлайне. Да, вполне возможно. Я вообще это самое не стал бы такие утверждения делать. То есть как бы приходишь на турнир, и там ты выясняем, кто тут в лобах. Ну это понятно. Все.
Ну так, я, может, он единственный Аксель в России, который, типа, с 6К на граунде конформит в нокдаун. Только сильно ли мне это помогает? А, опять там что-то запорото было. Там Такацвай, наверное, был или что-то типа. Или... Ну, короче, да. Выхватил, да, где надо. И убивать. Ну, здесь должен быть мертвый Джонни. Ну, увы. Ну, увы, да. Отпущено. Потрачен. Потемкин. Да, только хитмейл. Хитмейл это действительно только. Кстати, да, в Европе нормы со спотами, потому что там есть психоделик пэт, короче, это то в Мерзовке, да, вот там нормально, потемкин, ну, хорошо. В Лондоне на фриплее. Ну вот, Рава вроде бы почувствовал почву под ногами и уже очень уверенно себя в этом раунде ведет, в отличие от предыдущего. Да, вот тут сейчас Арсен, короче, подпорол. Да, был у Арсена шанс. Арсен подпорот. О, хорошо, ого. Вот это был хороший раунд. Бэм! В этот раз бросок. Ой, я прям вспомнил тот антизеркальный сетап из АЦ, когда там типа делал сейф-джамп в бросок. Если пот делал зеркало, то его выхватывали. Сейчас произошло что-то типа того. Да всегда, во все времена выхватывали Потёмкина из зеркала. Ну да, потому что этих самых и троу-инвулов у него там точно нет. Кстати, у нас не в Т3, нет? В Т3 мы уже выяснили. Ну этот самый, они сейчас один, короче, сыграли бой, насколько я помню. Угу. Вот и все, как бы 1-0, то есть еще впереди целое это самое. Ну да, хорошо, отбэкдэшил сырало и, в принципе... Да, вообще, он 7, сколько у него, 9 фреймов бэкдэш и 7... Рао всегда любил за Джонни бэкдэшиться, поэтому очень часто против него хорошая опция на вейке была, это просто 6 панчом бегает. Ой, молодец! Ну, и почему он бэкдэш кипит? За чаров, которые могут бегать 6 панчом. Типа... Да, не слэп, короче. Потому что на самом деле он успевает поддерживать блок назад. Ну, за милию, например, очень хорошо работает. За Сина я сейчас попробовал, тоже работает. За Эдди так себе работало, честно говоря. У Эдди плохой панич за 6 панча. Он просто делает какую-то даст комбу. Да, стандартную, которая сносит сопельку. Кикдаст, короче, да. Ну, 6 да. Панч кикдаст, вот это самое. Кикхэс даст, да, там сносит 80 дамага. Паниш! Что кладет? Нет, не кладет. А, это не, кик даст. Вот если бы даст был в нокдауне, я считаю, Эдди бы, короче, в тирах так оп! Да, нормально резко, бы скакнул. Да. Поэтому не очень это хороший способ. Да. Чисто балансим чаров, как по Близзардовски, как мне. Да. А вот найс! Потемкин, я не знаю, как. Ой, Равен, что делает? Летает туда-сюда. Что творит этот Равен? Типа забей. Аверхейдики. Не-не-не, все, такого Равена нам не победить. Неплохо. Вместо финера чего-то. Угу. Чпок. Так. Теперь будет игра... Хороший. Со стороны Потёмкина. Чпок. Бэкдэш. Вот, Чпок. Вот. Отлично, бэкдэш и панишится. Ой, молодец! Я чуть не запорол кусок. Да. 6 кс. Все. Ну там и уже руки, ничего руки, нельзя короткий. Было сделать. Даже если бы не гуси были, все равно Рава бы ничего не смог сделать. Арсен, по-моему, сейчас еще сказал «Оу, найс». По-моему, это Рава сказал. Ну или Рава, да. «Оу, yeah. Это как это? Чпок, найс? Найс? Да, я тоже заметил, что там, скорее всего, не панишь бэкдэша был, потому что там вроде бы контрхит даже вылетел. Да. Но все равно. Ну это будет считать фирджоп. Или наоборот, когда получается не сыграть. Оп! И рекавери. И естественно с жопой падает. Сказать, да. Рау удивительно, кстати, что падает. Запорол. И снова запорол. Что-то он забыл, что ли, как по Потёмкину прибить. Найс! Просто отщелкнул его от свай. Вот это нормальная тема. Ух. Вот эти размены. Да, летают там, вспышки какие-то мелькают. У нас тут морол, походу. Так, так, так. Ну, не добил, но положил. БШ. Зачипать, зачипать. Ну, да.
За чипач хочет? Паскуда. Найс. Еще пара. Хороший размен. Да, почаще бы так, Потёмкину. Такой, да, сетап, разводочка. Развод на развод, разве что. Я тебя развел на развод. Ну да, стоит вплотную и делает. Да-да-да. А потом такой, ой, меня бросают. Что ж такое-то? Я ж Потёмкин, почему меня бросают? Да, ПБ. А представляешь, если бы у Потёмкина там фрол инвулы были какие-то? Вообще, просто да, да. Учара опция такая. Фрол инвулы и все. Не, ждёшь этот респект и все вполне. Ну или как-то так. Да, жмет респект, throw and will, и в него с вейка такой там... О, хорош! Контр. Почему ты не стал ничего делать? И не закомбил. Да. Деточка. Что-то он, да, действительно. Гачигазм! И как раз сзади такой кто-то... Как в гачи заорал. Так, дайте я... Мне надо выйти, короче. Давай. Да. Ставить. Уходи. Дайди, я еще зайду обратно. Да я понимаю, что ты видишь. Вот, перчаточка. Это уже на реакцию была, это явно не Йоми было. Отличный 6 хс, еще бы он попал. По идее, надо убивать. Но там гуси, по идее, должны были быть. Но... Гуси-гуси, га-га-га. Гуси-проебуси. Да. Но до гусей не дошло почему-то. Не долетели просто еще. Они в пути. Может, долетят в конце этого раунда. Нет, не точно. Что такое Йоми? Йоми — это, грубо говоря, удачный мэш. Что-то типа того. Ну, это чтение. Да, это когда ты решаешь, что сейчас вот нужно вот эту штуку намешить, и оказывается, что ты оппонента прочитал, в общем, и такой заходит в хит. Когда ты скачиваешь. Арсен все просрал. Вообще капут. Да, Арсен. Да, ну что... просто ВТГ делать. Такие раунды, конечно, давайте. Ну что поделать. Причем так вот не очень. Надеюсь, Арсен не поплывет после этого раунда, а то часто и бывает. Нет, вроде нормально. Собранная игра. Черные комбы, нет нокдаунов. Счет не обновили, говорят. А, ну да. Равен это уже две игры. Да уже можно третью записывать, по-моему. А, вот. Сейчас прокатает плечи. Прокати меня, большая черепаха. Найс. Классный полет. Чисто на излете там где-то зацепил. Когда жмешь ХС, короче, обьешь ногами сзади вот этого ХС. Ну все, теперь уже точно 3-1. Да, такой, ну, по хардкору. Было неплохо в целом. Шаталкер Веритас. Да, Шаталкер Веритас. Фокс, хитбокс. Рэпчик от Шаталкера. Вообще там другая пара есть. Тебе нормально. Давайте вы пока сыграете, а что ты веришь? Он только что сюда заходил. Ты и я, типа, это самый... Не готов еще. Покурить схожу. Куда подойдешь? Да, хорошо. Веритас с днюшкой? У него днюшка сегодня? Кто-нибудь в курсе? Зера, ты в курсе? Спрашивают. Не, ну мне в конце ты же попал в контр, и потом тебе просто было одну пункт. Ну если у него днюшка, вы там скажите. Мы его тут поздравим. ПБшками. Вон, Зера его поздравит тремя ПБ. Когда нерв бэкдэша, это у кого? У Джонни, что ли? А чё его нерфить? Да, а чё его нерфить? Надо панишить. Нет,
сколько? 9 фреймов, 7 минут, правильно? Да. Ну, типа... Тут, понимаешь, проблема-то в том, что контент должен быть таким, что он должен быть либо так, таким долгим, чтобы уходить от половины. А он короткий, но... Да, да. И расстояние короткое. Да, да, типа он должен быть либо долгим, либо быстрым и коротким, типа как да, умели. Как умели, да. Просто, блядь, отходит, шаг делает, и дает пизды. Короче. Три Богдаша можете на вейке там сделать, тщ-тщ-тщ, она уже в нейтрале. Да, и при этом у нее там почти сложно понять. Да. А, даже так уже понятно. Оу. Так, у нас сейчас будет Veritas как не, раз. Не, я вот с Astray мы сейчас играем. А, у нас будет Astray и Zero. Astray, походу, даже Zen 7 бы завалил. Меня, если бы у меня была там еще одна монетка, я бы основной диск был. То есть, короче, там еще одна секция идет. Это когда ты у него и барст отжал? В самом конце. А, в самом конце. В самом конце. Типа... Я ждал этого. Это хочется забирать. Это когда я через ну через реланч делал. Вот это вторая секция, если у меня было две монеты. А, все, я понял. Короче, у меня был бы еще один третий уровень и золотой реншин, я бы его делал. Ясно. А ты трейдер как? Я что? В бар пойдешь? В бар не сегодня. А он уже ушел. Ну а ладно, передадим привет ему. Кто ушел? А Венлисп. Так. Ну, сколько боев осталось? До финала. Так, вы уже отыграли. Вот тут и тут осталось. Кстати, поставить. 3-1. Heaven or hell. Duel. Let's rock. Так, у нас играет Astray Zero. Astray, судя по всему, там Зинсенгу завалил. В лузерах до этого меня покатал на дельфинах. Скорее даже не на дельфинах, а на мячиках. И теперь вот он играет уже Zero в полуфинале лузеров, насколько я понимаю. Первый раунд. Довольно уверенно берет Zero. Просто влетел там, где надо влетать. И комбы сделал. Просто на пайл-банкерах катается пока что. Пытается понишить дельфинов. Ну, в общем-то, Astray он за это ничего еще особо не сделал. Ну, бросочки от Astray. Фирменные. Маппа, все, перехватил инициативу, какой-то вдумчивый вейкап, ну, Astray там нажал что-то, и сейчас отлетит по-быстрому. О, бэкдэш, интересная опция, бросочек был, паниш не получилось достать, но интересный был вариант его паниша. Классный, очень интересно сейчас был конферм. Комба. 1-1 по раундам. Просто выбрасывает его с вейка. Слеер. Сидит, ждет. Ну, жалко, не закомбил. Фул комбы не вышло там. Конфер. Слеер. О, хорош. Выкусил Astray за БШ, и Astray потерял все практически, в углу сидит. Без теншена, ничего нет, весь нагретый. А, вот барст у него был, теперь барста уже нет. Надо убивать, по идее. Слейеров. Эх, нейтрал. А, ну все, это смерть. Это, да, да, да. Все, закомбил как надо. Я думал, может, по-легкому запорят, потому что не часто. Дропнет, да? Ну вот. Потому что не часто с легкими чарами удается поиграть, и можно и дропнуть. Ну все, как надо было. Первый бой. Сейчас надо обновить.
как она там обновляется. А вот. Так, первый бой у нас за Зеро. Между тем, Зеро уже в углу, у него почему-то нет полжизни, я пропустил этот момент. Ну, сейчас Battle Burst, и теперь уже у Астрея ровно столько же жизней. И съел банкер, и это ГГ. Черный бит, но все равно вкусно. Потому что он, по-моему, залип слишком высоко на стене. Странный у Астрея начало раунда вот с этими дельфинами. Практически любой нормал перебивает этих дельфинов. Вот, почти закомбил. Классный панчик, как говорится. И воздушный комба. Так, у нас верхедики. Зеро просто ушел с вейка. Ничего там не помешало. Ушел. Да, там куча дельфинов, Зеро просто бэкдэшится и в воздух уходит. Там все дельфины мимо. Залип на стене, и это смерть. А, он еще и бейтил барст. Хорошо, что Зеро его не отдал. 1-1 по раундам. Садись раунд. Бедный родственник. Панчон перебил мапу, это было классно. Посиди как бы не родственник. О, контр. Нейтралы от Слейера, такие 6 хс и там. Ну, сидел, да. Еще бы дольше посидел. Странная комба была от Астрея, просто воздушный удар в палпус, который ничего не сносит, но зато нокдаун. У нас 1-1. Астрей что-то вроде начал вспоминать, как играть. А может, он и не забывал. Я не помню. А, он не помнил. Изначального здания не было. Астрей просто... У нас Арсен учит 20 минут уходить. Мы ускорили лазеров. Он будет параллельно играть. Так что, возможно, мы Арсена больше не увидим на стриме. Не увидим. Доиграет. Угу. Хорошо. Просто всем остальным нужно скомпивать. Угу. Ну, поэтому, ребята, доигрывайте как можно быстрее. Да. Делайте ИК там друг другу, еще что-нибудь. А, Астрей бейтил. Если Астрей выиграет за Зеро, он пойдет вести шатал, короче, на хасе. Там же еще шатал где-то обитает. О, та-та, отличный 6 панч был, очень вкусненько. Убьет, что нет, не убил. В какой-то момент показалось, что он добьет. Ой-ой. А теперь Слэйр может и пролететь. Ой. Слэйр. Ой. Слэйер, ты же сейчас умрешь. Мапа. Дельфин. Да, мапа. Оказывается, мапа проигрывает еще. У мапа хуже. Понятно. Палтусы у нас съедаются всегда. Дельфин поел. Бобр соленый пишет, оказывается, проиграет. Так, все, Зеро, по-моему, собрался. Это... Не факт. Не факт, да. Нельзя мне... списывать Астрею, посмотри. Да. Оба! Ой-ой-ой-ой. Не дропни камбу, дружок, не дропни. И он доделывает, видел ее? Да. Не ресетит, делает говно, а доделывает камбу. И бросает. О, господи. Это, конечно, был сетап сетапов, но это, а, возможно, просрет тебе всю игру. Главное, не просри сейчас. Тебе не кажется, что Астрей левел апнулся немножечко? Камбы кажется, стал доделывать. Когда стал доделывать камбы, да. Мне кажется, что он апнулся. Зеро там кое-как затащил. Ой, блять, final round! Final round! А у них не FT3? Пока. А, FT3? Нет, еще FT2. Нет, еще. Да, уже. Уже еще там непонятно. Ой, бункер. О, хорош. И отличный. Как зарыть тебя? Четко прям. Как зарыть тебя самому? Два касания, короче. Ну, мне понравилось, как Зеро рассчитал вот эти кадры активов на подсечке. Четко въехал последними активами. Господи. А ведь мог бы, по-моему, попасть? Да, мог бы.
Астрей что-то вот ну, расклеился что в последнем раунде. Не надо майнгеймить золотыми бурстами так. Не надо, блядь. И как бы, это убивает. И как бы вот ты стоишь на другом конце экрана и делаешь баша на вейке там, когда просто слеер. Ну, тоже такое себе. Типа мап пожидал, наверное. Ну да. Мап-панч. А Слэйр так медленно доехал на своей подсечке. Что у нас, давай сетку. И это была боль. Что у нас дальше? Сетку открывай. Так, у нас... Zero выиграл 2-1, ведь, да? Mm-hmm. 2-1. А тут? Еще и доигрывает, я думаю. Ну, я думаю, шаталкера можешь заочно поставить. Да ладно, уж подожди. Ты Хазеро, не уходи никуда. Ты нам нужен. От тебя зависит судьба Арсена. Ну им же еще играть все равно. Вроде Шатал выиграл. Шатал выиграл? Ну тогда вам надо срочно играть с Шаталом. Да, какой там счет? Ладно, неважно. 2-0 просто. Шаталкер Зеро сейчас у нас на стриме. Ну, да, честно говоря... Сейчас спейсить и затянется. Да я не верю, что он тебя заспейсит. Вот прямо скажем. А вдруг я говно пожру? А вдруг я пожру говна? Ну ладно, можешь попробовать. А, уже на Акселе. Можешь попробовать свои сетапы. На Акселе? ГЦ Шаталкер. Держ зеро. DH. Где оно, да? Так, я надеюсь, правильно поставил. Ладно, поменяем, если что. Я даже не первый был. Посмотрите на этих красавчиков. И на их футболочки модные. Засветите там свои футболки. Прямо у одного лучше, чем у другого. Да, топ. У одного файтерского, у другого не файтерского. У другого кислотная какая-то. Она это сейф уже. Купай на нем. А, все, я понял. На всякий случай, как и все, тебе ок на поезде так играть? Да. В поезде? Серьезно? Не, я просто хочу на поезде поиграть. Типа. Эти извращенцы будут играть на поезде. Да. Слушай, а ты залезал белый костюм? Ну, давай я возьму черный, типа, ладно, я хочу просто там на поезде поиграть. У шаталкера сетапы, он выбирает белый цвет и выбирает поезд. И, по-моему, Зеро согласился. Отлично. ФТ-2, да? Пока. ФТ-3 в общем, финал, если у вас из глаз кровь пойдет, вы не обижайтесь. Это все шаталкер. Ведьми на службу доставки. Обратите внимание на вот ту ведьму, которая на заднем фоне. Там все очень интересно. Шаталкер... Это точно тот же самый шаталкер, который всегда бывает? Нет, мне кажется, с этим шаталкером что-то не так. По-моему, этот шаталкер где-то тренился в горах. Попытался убить бейсик. Убьет? Должен. Но если что, там РЦ еще было и новая секция. А, ну да, вот он показал, что он может РЦ делать. В каком манимаче купился Шатал? Да, расскажите про манимач Шатал. А, с бобром, наверное. А-а-а. Интересно. Ой-ой-ой. Выпрыгнул нечаянно. Big damage. Что-то задумался Зеро в какой-то момент. Подумал, делать ли мне дальше комбу или не делать. Там, или попытаться забейкапить там. И не сделал ничего. Последний хит этой вертушки всегда все съедают. Не досиживают. Да. Карма. Пока. Это будет паниш. Я думал, что он овердрайв вообще перепрыгнет. Лул! Нас... Лул! Кажется, у нас 1-0 в пользу шаталкера. Господи, блядь, что происходит? Бля, сейчас шаталкер, короче, отпорит Арсена. Дойдет до него, отпорит Арсена. Кажется, шаталкер решил ворваться сегодня в топ. И остановить его пока никто не может. Ох, это было хорошо. Почему-то он решил смакдаунить. Не стал на узких на камбу выходить.
Но все равно было очень вкусно. Запорол. Вейкап от шаталкера. В принципе. Ух ты! Яд комбы. Нажал. Нажал бок. Не-не-не-не. Назад шел. Не-не-не-не-не, там ренсен был. Там был ренсен, говорит шаталкер. Вот это классно, кстати, начало раунда. Глазвэш. Диф. Если не прыгнуть, да? Да. Просто если не прыгнуть, два слышу и... Ну там риск-ревард такой, да. Кому-то повезет, называется. Угу. Вот в этот раз уже мап перебила все-таки. И хороший дэмэдж такой. Да. Но был брошен. Да. Брошенка. И задумка была интересная, не успел долететь. Я вообще думал, попадет. Ой, да, давай, да. Ждал. Второй раз он так и стоит. Ну, какой сетап будет? Просто мап даже без БДЦ. Странно. Я думал, он кусать будет. Да! Ладно. У нас 1-1. Было неплохо. Это да, было неплохо. Это было неплохо. Давай, давай. Даже если шталкер сейчас проиграет, это все равно будет неплохо. Но он пока даже не думает проигрывать. Начало раунда хорошее. Стойко вовремя встал. Вот сидит шаталкер, да, часто слишком долго сидит. Очень часто, очень долго. Да. И странный запор. Да. И у нас сейчас камбэк. Не будет камбэк. Слишком много теншн. Чтобы камбэк. Да. Теншн плюс бурст очень сложно. Вообще слэйера сложно камбэкнуть. Слэйера? Ну, такой. Если у него весь... если у него есть теншн, да. Если теншн есть, очень да. сложно. А если теншна нет, то можно. Ну, типа, очень депендент. Ну, все, тут... Зеро уже решил показать, кто тут батя. Да, это FT2 пока что. Поэтому это может быть решающий раунд. FT3 же? Да. Мы не будем FT3 играть, у нас Арсена уходить надо. Нет, почему? Это малый финал озеров. Или даже вообще не финал озеров. Ну, как бы то ни было, все, мы доиграли, в общем. Дыхай Зеро против Арсена. У нас... Шатал. Шаталкер засолился. Засолился? Серьезно? Да, ну да, я не думаю, что сегодня ему есть о чем солиться. Он царь-батюшка. Шикарно отыграл. Секрет, если ты так играешь. Да. Ты там где-то... Секрет очень простой, короче. Играешь в ГГ только на турнирах. Вот у меня почему-то не получается пока что так. Изи вообще. Ну, видимо, надо чаще на турнирах бывать. Может быть. Ну как, Зеро, ты чувствуешь свою мощь против Потёмки? Сейчас будет классический матчап. Чувствую запах ПБ. Потёмыч против Слэйера. My body. Кстати, до сих пор мне интересно, кто же в этом матчапе в Ксёрде. Какой же матчап? Потёмкин? Ты уверен? Да. Не, там однозначно Потёмкин, то есть но не он так... всегда... Он... А насколько Потёмкин прям? А он как Потёмкин? Всегда, он типа из любого подъезда, короче, Слэйера все да, еще ПБ так... делает и это, до свидания. Это всегда было. То есть оно работает, как работало, то есть абсолютно так же. Не, мне кажется, можно ему разнуть его со сверцей. Мне кажется, он не настолько говномача прям, как раньше бывало. То, что еда не делаешь. Там надо только Потёмкин всегда ощущение, побеждает. У меня такое ощущение, что Потёмкину вообще можно в броска уходить просто на джоф ЮРЦ. Просто мощь ЮРЦ. А в ПБ можно, да? Да. Ну, надо рассчитать тайминг. А, ну вот из-за ПБ. И БПБ, да, это конечно, беда. Ладно, понятно. Осторожненько, да. Осторожненько, вот смотри, осторожненько. Танабата с Потёмкиным карты не прикладывай, да. Понятно. Ну, у нас как бы не просто Слэйер, а у нас... Да, у нас такой... Динаж Зеро. Да, Слэйер земли русской. Да. Это вам не какой-нибудь там Тако заморский.
все как надо делает и, скорее всего, заберет этот раунд. Ну, возможно, ну, может и нет. Теперь уже, да. Так, нормально, перешли в нейтрал, то есть тут... Не, вот что-то не в нейтрал, короче, нифига. Найс, ПДЦ мапа. Мапа, мапа, еще раз мапа, и давайте больше мап. А, как-то по жизни уже... Почему не запанишь? Ну, так. Здорово! Все, добрый вечер. Здорово! И... Алло! Слэр еще живой. Уже не очень. Кажется, случился камбэк. Ну, помолился, короче, технобогу Потёмкин. А у нас камбэк. Да, вот так вот слэ... Ой. Ну, там сложно было верить. Ну да, там... Не-не... Ой, лол, что? Он с УРЦ его заинвулил. Да, при этом первый УРЦ успевает... Да-да-да. Ну, след вот, короче. То есть там такое... Арсен-то, наверное, РЦ, РЦ шел тоже, да? Но... Найс, хорошо. Разменялись так, любезностями. Запокал Потёмкина. Ну, здесь-то да, здесь уже все. Можно было даже и без РЦ там поднять в первый раз. Нет, там он тяжел. А, он не поднимется. Да-да-да. Надо было... Либо надо было очень поздно въехать да. с 2D, но слишком это... Слишком тушка тяжелая. Понятно. Ах, хорошо. Да, хорошо. Ох, хорошо. Ах, хорошо. Хорошо! Почему ты не бейтил, хотя теншин был? Потому что хорошо. Хорошо. Съел. Найс. Уже... Вот съел, короче. Я эту штуку так ни одну и не съел. Море боли. Порадовало, да, боль. Боль. Классный панч. Жалко, что не сконфермил там, по-моему. А, найс. Панч... А, найс. Релод. Панч-контр просто комбится 6 хс, мне там очень больно. Ну... Очевидно было, да. Надо было слыша хотеть подождать. Слэйру пушку, говорят. Да-да-да. Дайте слэйру пушку. Так, у нас счет надо обновить. Обновить. 1-0 ведет. Арсен. Камелот. Неудивительно, в общем-то. Найс. Зачем? Вот типа за сейчас... теншн мог бы поднять. Да, мог. Не стал, да. То ли Барс там боялся. Найс, БДЦ мап. Опять почему-то за теншн не стал. Там он вообще хотя бы кик мог после контровой-то маппы сделать. Сейчас вот уже закомбил как надо. И не добил. Ну там Потёмкин, да. Вот типа еще... Ну все, он выиграл. Еще одна противная штука с Потёмкина, что у него армора, блин, больше, чем у Слэйера, то есть это вообще не огонь, нифига. И дамаги у Потёмкина больше, лол. Да и вообще у Потёмкина больше. Да. А вот это мы еще не... Вот это еще никто не видел. Ну, у Слэйера зато женщина есть, а у Потёмкина... Ну, у него рука, конечно, хорошая. У Потёмкина есть карандаш. Да. Запорол ПБ, я видел этот запор этой ПБ. То самое чувство, забавляешь. Когда вперед-назад 6П. Что ж там могло быть? Мне нравится этот летающий Потёмкин, он уже второй раз за сегодня на стриме так. ЛОЛ! Ну это все, это... Нет, не... Теперь ладно. Был летающий Слэйер. Панчи слишком мембовые. Просовывает. Надо резать панчи. Так не, обычный можно и поставить. Вот два панча надо порезать. Ну да, два панча. Потёмкин. Сейчас по нему мапа не попала по сидячему. Это мне показалось или? Ну вот это так и было. Отлично. То есть он правда низкий теперь. Ну так, да. Воу. Чисто сам себе засрал выкап. Хороший такой нейтрал. Найс, да, хороший нейтрал. Не стал тоже играть ну, в войну действительно, в БШ. Действительно, и все правильно сделал. Там Потёмкин никакого реварда, короче, не осталось, что он обычно так попал. И продолжит. Очень странное решение, но в резет перевел. Эх, контр-то словил! Эх! Хорошо, бэкдэш. Не панишит. Да, вообще никак. Вообще не панишит. Хотя у него паниш, там был кик маппа, но и то. Хоть что-то. Ну,
Это же лучше, чем грязь. Лучше, чем ничего. Просто грязь. Просто грязь. Ну, Зера, давай. Ты должен взять эту игру. Чисто налетающий кулак не надо. Ох, молодец. Нихуя себе. Вот такие сетапчики. У нас один. Выражение лица Арсена в этот момент было бесценно. Жалко, я не успел. Всем тяжело так вздохнул. Я так еще... Типа, блин, мне чуваки болеть надо, а вы тут еще... Да. Сопротивляетесь. А у вас тут потные какие-то штуки. Йоу! 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 В Danger Time сожрать ПБ это не самое страшное по темпе молодцы. А вот, вот сожрать, короче, jump slash в контр, а потом ПБ, вот это уже похуже. Нет, 6 кс. 6 кс просто в Danger Time и до свидания. Да. Можно, можно, короче, заканчивать. Давайте следующий. У Слэйра много теншена, и сейчас он может камбэкнуться. Вот. Чисто телепорт следующий. Странно, что мапа попала, он не стал РЦ-шить, а кик мапу, так он за РЦ-шил. Ааа, боже, вот опять это грязь от Зеро. Да, в которую Арсен мог просто ПБ сделать. Ну или бэкдэшнуть там, короче, там что угодно можно сделать. Все сработалось. Ну да, какая разница вообще. И не попал! Ну руки короткие, короче. Да, совсем, совсем. Байки. Просто 6 панч в начале раунда и Слэр отлетает. Найс. Теперь Слэр. Ой, найс! И это да, еще и положил. Ой, все. Не, Арсен, короче, слишком... отказывается, походу, играть с такими. Будет продолжать. На этот самый аресет. Я думал, что аресет будет. Да, очень странно. Сделал панч и просто не стал ничего больше делать. Это смерть. Ставь уже 2. 1. А это ФТ-3, да, это ФТ-3. Доту ожидал. Доту ожидал. А, это ты когда ресет сделал, ты доту ожидал? Ну, ты панч там нажал. Он понял, что за удар. Понятно. Нет. Что за говно? Зеро, давай, не расслабляйся. Ты должен... Ой, на. 2-2 сделать. До решающей игры довести. Вот сейчас вифнуло очень страшно. С КС можно было бы там запанишить. Отличный 6 панч. А можно было и не запанишь. Ну, так и и не запанишили, да. И что-то тоже сейчас не запанишил, РС. О, смотри, зато на прыжку как-то. Это не успел среагировать. Что-то они там, да, вокруг вокругались. Пытался мапу перебить жопу, но жопа даже мапу перебивает. И без разницы вообще. Да мапа вообще не выигрывает. Классно, сейчас комба была, бар сейф. Ой. Слэш-панч. Ой. Просто хорошо. Въехал и бросил. Потому что теншена много, и Арсен боится. И бам! Чей вкус вот, да, сильнее. Главное, короче, даст его не сажать сейчас. А снова въехал и бросил. А вот это был ПБ свой. Пел. Сейчас уже не получилось бросить. Да. Да, детка. С коротенькими рукавами. Паниш. Вот такой был у Слэйра паниш, к сожалению. Я даже не знаю, это хорошо, хорошо, что там был Хаммерфол, скажем так. Потому что все было бы гораздо печальнее. Снова бросать пытался за спину. Зеро. Почему-то 6 кс вылез. Найс! Ну чисто в рекавере трахали. И не было. Отличный сетап. Кто у нас граплер называется? Слэйер такой командный. БАМ! Гораздо меньше снесло, чем... Нету эрта. Гораздо меньше снесло, чем я ожидал барстовый дот и... Да, такие дела. Не добил. Не добил. Арсен остается. Ты сейчас сравниваешь все. Ну, извините, автобус. Тогда автобус. Видимо, ты можешь по-быстрому Рави отдаться, как девочка последняя. Ну все, Равен бежит.
просто сказать Рава, возьми меня. Чисто, короче, вот этот Арсен в последнем раунде падает жопой и такой: Do you like what you see? На самом деле, у Слэйра нет особо хороших ударов, когда над ним хватит. Когда над ним, да. Вообще. Два слэш, и то он... Не-не, в воздухе. А Т говорит тебе, что ты как воздухе. Настоящий слэйр чисто в последнем матче всю грязь из кармана достал. Порылся в этих самых... Подъехал, в пиджаке. Бросочки, бросочки. Да, на следующий ГТК Арсен уже придет. Не из армии. Не из армии. Так и будет. Такие мужчины с серьезными лицами сидят. Что-то намечается жарко. Спасибо. Да, кажется, сейчас что-то будет. Чё-то будет? Да. Иди себе деньги там. Откинь призовые. Негодно всё. Обычно прям эти промотал. Ну вот, пришёл Арсен и забрал. Я ведь почти поверил, что, короче, тогда Дехазерал бы победил. Мне бы дали 500 рублей. Да. И дисколько там. Видишь, всё. Не дотащено. Ты сегодня вообще чуть в топ не ворвался. Изи, потому что... Ой, что-то Равен овнит немножко. Что-то да. Что-то слэш-слэш. Слэш-слэш, и что делать? Как там дела вообще в сетке обстояли? Они же играли вместе? Да. С каким счетом? Сейчас узнаем. Там было совсем 3-0 или не совсем 3-0? Там было 3-1. Ревенджи! Максимум ревенджи! Когда 3-1 еще есть шансы на хороший финал, то значит. Бам. Ну, неужели не мог добить вот. А, там же бросок. Не мог. Не мог. Не смогла я. Ух. Хорош. Вот эта реакция. Не зря там в армии что-то, видимо, этот реакцию тренит. На поле с лопатой, разве что. Чисто реагировать, короче, на проходящего мимо прапора. Найс! Ой, найс! Как вкусно! Ном-ном-ном. Кажется, хорошо. Потемкин останется в этом углу. Да, что-то мне подсказывает, что так не будет. Там еще будет и у Джонни фулметр, там все забей. Там забей, да. Это было понятно уже в момент, когда он первый удар слил. По одному у нас раунду. А, хорош! А, там не так страшно, оказывается. Вот это же, вот это сильное было страшно, дерьмо, да. Вот это ой, всё, до свидания. Мистер, я готов предложить вам вакантное место в этом уголке. Что там съел? Зачем-то на вейке. Ну там все забей. Ресетнул граб. И фулл метр. И левел 3. Интересно, Рава будет какие-нибудь кастомные вещи делать? Да, будет. Не, смотри, срекаверился. А я, кстати, думал, что это легальная комбо ВК. Это и есть легальная комбо. Ну ты же, видимо, Рава запорол? Ну да, Рава запорол. Бывает. Я просто ждал, что Рава что-нибудь такое сделает. Ой, кажется, Рава сейчас отлетит. Да, кажется, гуще. Рава решил показать свага, но... Вот это вот всё. Увы. А, немного ударов слишком было, понятно. Вот, Потёмкин не прощает. Чтобы 10 мимо смертей, да. И зато интрига какая-то. Почти. Нокдаун. Контент.
да, там... У Джонни разгоняется желтый как... А, тогда да, тогда, тогда понятно, короче. Все прочитал. Nice. Просто... Ну это да, это что-то было... Съедено. Это сверхразум какой-то на равине. Ну просто хороший нейтрал, как бы, а... Арсен, наоборот, плохой нейтрал. Конкретно в той ситуации. Нейтрал. Вот хоть кто-то панишит Джонни за 6 хип его, этот дерзкий. А сколько там? Там плюс. Ну, просто Арсен делает ему хаммерфол туда. А, ну да. И все. Типа, так сказал. Мерзкий удар. Раньше. Ну да. Ну, у него медленный стартап, просто его надо... перенейтраливать. А, минус один на 6 кике. Ну, хорошо. Ну, это все равно не понятно. Он... Ой, сейчас такой запор. У нас матч горит, матч горит. Ну, сгорел. Сгорел. Вот запоротая перчатка. Вот эта запоротая перчатка была, вот та. Вот она. Да. А, там пушбэк, там, типа, броска, бросок не сделается. Он как не въезжает, он отпушивает тебя так, что ты его не бросишь. Ну, как-то вообще не получается ничего с этим ударом делать по-хорошему. Поэтому приятно, когда хоть кто-то его наказывает. Да. Хоть как-нибудь. Да. Да даже с ИБ. Ну, вот и БПБ, кстати, Потёмкин, да. Mm-hmm. То есть, типа, я, Потёмкин... Потёмкин-то наверняка может как раз он делать и БПБ, но это как бы... Но по мне это тоже вилами по воде описано. Там он действительно может настолько далеко отъехать, что даже Потёмкин, короче, не грабнет КЗ. С другой стороны. Ну, типа тестить надо. Да. Там проблема-то в том, что он в нейтрале этот удар делает, и ты не факт, что ты с ИБ-шестью его сможешь. Да-да-да, еще вот это все. А! Найс. Всковырнул его там. Тушку. Просто плечом монетку решил сбить. Монетка сильнее. Угу. Вот это было хорошо. Ну, он угадал, что сделает так, что дышал. Ну да, это чисто прочитал. Ну да, если бы не угадал, то там без 6П как раз это его бы потом. Ооо. Хорош. Ну, тут, да. Дэмэдж, конечно. Мне понравилось, как Рау его в угол. Соубил. За спину зашел и в угол. Ой! И ФД не сделал. Вот это была ошибка. Ой, ой, ой! Запорол, запорол только, да. Ой, ой! Мне почему-то казалось, что попадет. Вот, вот это топ-10 мимо смертей, что-то. Ну, действительно. Такое было. Все там летают туда-сюда, что происходит. Ну да, вообще-то это как в аниме. Хорошо. Рао и бэшнул первый удар, но сожрал. Да. КБшечку зато. Ну тут надо... Не дотерпел. Угу. Отлично. Как же он хорош. Но, кстати, если бы типа Рава сделал свою РЦ, то я боюсь, Потёмкина бы это не вышло. Сложно сказать, наверное, да. Наверное, он бы Потёмкина как раз замедлил, он да. бы как раз замедлился, типа, и вот из-за УРЦ. Там, вот Арсену нравится. Рава снова при деньгах. Ой! У него, по-моему, второй левел. О! Одна монеточка. Найс! Да, вот. Снова второй левел. Почему-то, когда у людей туман, они не могут просто сидеть на жопе ровно, они не туман. Они просто съедают первый же удар там или еще что-нибудь. Удар! Вот сейчас он будет просто прыгать со слэшом, вообще. Ой-ой-ой, нифига! Он и... слэш перебил 6 панча! И... да. Лол! Внезапно 2-1. Вот так вот, да, вот так вот. Кто бы мог подумать, что там с бурстом и прочее будет вот такое. Ох, хорошо съел сейчас. И снова. Ой, дэмэдж ты какой.
Боже мой, не скелится вообще ничего. Вот у Арсена сегодня не держание барстов, он все, по-моему, барсты, которые не делаю, панишер. Не только в игре с Рау, или вообще там. Там, не встал. Сет пошел. Ой. Кажется, Равин умрет сейчас. Да, Равин сейчас умрет. Так вот оно и было. Так. Рава тоже поделился барстом. Сказал, я умею отдавать барсты. Хорошо влетел. Воздушная комба. Ну, как раз максимальный дэмэдж выжимал, но немножечко далековато получилось. Урон! Ой, урон! И обратно. Вот это найс, нет, да. Рава что-то пожадничал немножко. Мог бы уже уронить там. Найс. Хороший бросил. Да сиди ты просто там, ничего не забиваешь. Не досиделся. Отлично. Можно Акселю такой Потёмкин? Да, вот урон. Надо бы Акселю такой урон по Потёмкину, чтобы... Тоже не меньше. Не-не-не, там даже близко, короче, нет такой комбы с таким уроном. Причём даже Потёмкин специфик комбы, короче, такого урона не дают. Ну ладно. Но если бы Акселю такой урон, вот типа как сейчас у Джонни Аксель, типа все тут. Ну просто у Акселя нет левела третьего Ренсенгеки какого-нибудь. Да. Поэтому он не может. Чисто левел 3 Ренсенгеки, штука такая размером с Потёмкина, так по экрану, такой жух! Да. И стартует 5 фреймов. Изи. Ну у нас, кстати, 2-2. Да. Все потненько. Потненько. Почему вот у нас потненько? Потому что у нас появился пот. Да, сегодня. Да, я добрался таким. Добрался. Найс. Хоть кто-то за последние гетто капы ресетнет, может, сеточку с Равой. Да я не думаю. Это что-то Рава это заскучал уже там. А почему ты не думаешь? Счет 2-2. Сейчас по раундам все нормально. Да. Вот игра из файтинга в тахату превращается. Поэтому третьего ренсена у Акселя и нету. Мы в другую игру играем. Ты так сказал, как будто бы это что-то плохое. Уворачиваться, ну, от сложно, курик там, знаешь. Сложно тебе сказать, да. Может, они введут нового чара, который будет там как пистоху. Бам. Арце, что ли? Да, успел. Я все думал, успеет, не успеет там. Стартап же есть все. И третий левел прямо в себе в грудь. Убивать. Ну, это все, это да. Это нет! Паниш такой, правда, плохой был с кита. Йос! Монеточка влетела. Все бы ничего, но монетка влетела. А теперь уже две влетели монетки. Сейчас Джонни просто взмахнет своим большим. Вот таким. И будет там третий левел в лицо. Все, нет. Дисконферно. Хороший был сейчас вейк такой. Думчивый. Ба! Бейтить надо было. Да. Жесть, как это было классно. Овердрайв? Нет. Не, смотри, дедангл. Конфермит до последнего, Потёмкин мега осторожный. Ой, и все, и все. Ты главное барство не отдай как. Да, то Арсен у нас сегодня будет. Он еще живой, да. Бом! Ничего страшного, Арсен. Еще один раунд. Так что булки не расслабляй. Да, это может быть матч-поинт. И вообще сет-поинт, и торнамент-поинт для Равы. О-о-о-о-о-о, какой 2HS. Мне понравилось, как Арсен просто шел на него там, не ожидал. Сейчас бурст будет, инфасорт. Арсен, походу, уже бурст. Ждем. Комната ожидания бурста, я знал.
Ну, кстати, в итоге достаточно неплохо брустанул. То есть да. Изначально достаточно плохо, а в итоге достаточно правда, неплохо. Правда, он потратил 95% жизни, но брустанулся неплохо там. Да, URC 25 теншена, овердрайв 50. Бросить граплера в конце раунда бесценно. Да ты смотри, он камбэкнется сейчас еще. Тихо, пока да. Мы тут шутейки шутим. Ёж! Только не съешь. Хорошо. О, и съел, но... Та-та-да! Ой! Е-бой! И вот сейчас Арсен улетает в армию. Да. Обратно. Обратно в это самое, на летающий континент, там вся вот эта штука. Возвращается, Арсен возвращается в Зеб. В Зеб. Возвращайся трениться в армию. Да. Делай 10 ПБ в день, там, крути. Да, проходи уже. Ну чё, ребята, понял, да, закончился наш октябрьский гиттекап. Всем играть в файтинги, всем любить ГГ. Мы вернемся через месяц. Через месяц у нас будет ноябрьский ГТЦ, который будет последний перед декабрьским. Не, ноябрьского не будет, там будет только отборочные. То есть ты сразу, ну короче, да, мы сразу, значит, мы сразу прыгаем в декабрь. Нет, отборочные. Отборочные это уже там. Телепорт. Не, это не ГТК. Там же многим нельзя играть, в том числе тебе. Так что забей. Кстати, да. Все, ребята, всем до ноября-декабря. Скоро у нас будет большая турнирная активность, все такое. Увидимся.